Je t'écoute à ta Rupam tasya gacha uri purim vaturim usvatim Radha kunna vivanam Aurarika omarvasam Patitakipaya Sri Urundam Natosmi Urvi Gaura Chandrai Radhikai Tirai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Anandalilamaya Vikrahaya Hema-bhadivyat-chari-sundarai Tasmai-maha-prema-rasa-pradai Chaitanya-chandraya-namo-namaste 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 First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my Holy Master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Nitilila Pravisht Om Vishnupad, Ashtotarasatasvi Rupanugacharivaya, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свою шаштанга Дандават Пушпанджали, свое сердце подобно лепесткам цветов тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя Нитья Лилы Правишты Ом Вишнупад Аштотарашата Шри Рупанугачаривари Шрилы Бхактивиданта Нарайана Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранаму лотосных стоп моего Парамгурудева, Шрилы Прабхупады и всех представителей нашей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the Sambhu Vaishnava. И в завершение я кланяюсь всем Вайшнавам и Вайшнавам. Ваша Калпата Рубаста, Крипасам Забдевата, Путитана, Павана Гуру, Вайшнава Гуру. Рупанудев, и... Today, today is a very auspicious day. Сегодня очень благодатный день. You are all very fortunate to be observing this fast, this
врат по Нарсинга Чатурдаси. Вам не сказано повезло, что сегодня у вас есть возможность соблюдать врат, этот пост, обед в честь Нарсинга Чатурдаши, день явления Нарсинхи Бхагавана. Though today is the appearance day of Lord Narasimhadev. Несмотря на то, что сегодня день явления Господа Нарсимхидева, but our focus is on Prahlada Maharaj. Мы фокусируемся на принципе Прохлады. Why? Почему? Because he is the embodiment of bhakti, devotion to Lord Narasimhadeva. Потому что он является олицетворением преданности бхакти Господу Нарсимхидеву. Yeme bhakta janapata name bhakta satay janaha. See, Krishna said, if someone says he is my devotee, then he is not my devotee. But if someone is the devotee of my devotee, then I accept him as my devotee. Шри Кришна говорит, что если кто-то провозглашает меня своим преданным, я его не считаю своим преданным, таковым не является в моих глазах. Но если кто-то провозглашает меня преданным моего преданного, то он воистину мой преданный. So today we glorify Lord Narasimhadev, but Lord Narasimhadev will only accept us if we will be the devotees of Prahlada Maharaj. Сегодня праздник, конечно, Нарсимхадева, мы его будем прославлять, но он примет наше прославление лишь только, если мы должным образом прославим его любимого преданного Прохлада Махараджа. The glories of Prahlada Maharaj are sung throughout scripture. In fact, to this day, when everyone hears the word bhakta, devotee, then they think of Prahlada Maharaj. Слава Прохлад Махараджа, сила его преданности Господу прославляется повсюду в шастрах. По сей день, если кто-то думает о преданном бхакта, то сразу на ум приходит Прохлад Махарадж, бхакта Прохлад. He's so glorious. Он настолько прославлен. You know that once Lord Vamandev came into the assembly of Bali Maharaj. Однажды Господь Вамандев прибыл во дворец Бали Махараджа. Having the form of a very beautiful and sweet but small dwarf Brahmin. Приняв облик очень милого, но такого крошечного карлика Брахмана. Bali Maharaj was giving charity at that time. В этот момент царь Бали раздавал очень щедро подаяние всем прибывающим. So he said to Lord Vamandev, that Brahmin boy, oh, ask for me whatever you want. И увидев этого милого юного брахмана карлика, царь сказал: о, брахман, проси у меня что хочешь. No one knew that it was Vishnu at that. Но никто не знал, что под обликом этого брахмана карлика скрывался сам Господь Вишну. Then Brahmin boy said, I am a Brahmin, so I am satisfied with what I have. Мальчик сказал: я брахман, посему я удовлетворен тем, что у меня есть. I don't need any unnecessary thing. Я не жажду ничего дополнительного, ненужного. But if you can give me three steps of land, then I can sit there and do my bhajan. That's all I need. Но если вы хотите, царь, выделить мне три шашка земли, размер, кусочек земли размером с три моих шашка, чтобы у меня было место для медитации, я буду счастлив таким даром. Bali Maharaj said, you are just a boy, so you're intelligence has not developed yet. Царь сказал: мальчик, ну ты еще юн, поэтому ты не смыслишь жизни. I can give you a village or many villages. I can give you 50 Brahmin girls to become your wife. Пойми, что я могу тебе дать? Я могу тебе земли дать огромные, деревни, города. Я могу тебе 50 девушек брахмани дать в жены. Vamandev said, I only want three steps of land. Vamandev сказал: да нет, я все-таки хочу три шашка земли. So you should, before giving charity, you should make a sankalpa. You should make the sankalpa, the vow that you will give me three steps of land. Перед тем, как дать подаяние, нужно совершить обет, санкалпу. Он говорит: соверши санкалпу, что ты мне дашь три шашка земли. Sukracharya was suspicious. Шукрачарья стал нервничать. He's the demon, the guru of the demons. Главный гуру всех демонов. He said to Bali Maharaj, он подозревает что-то неладное. Don't agree. Он сказал: не соглашайся, царь, на это. It's a trick. Тут какая-то ловушка. He'll try to take everything from you. Мне кажется, он все у тебя отберет вообще.
And Sukracharya, in his mind, he was thinking, then where will I get my donations? Но переживая за состояние царя, на самом деле Шукрачарья переживала о своем будущем доходе. Он думал, сейчас ли царь все потеряет, кто мне будет давать дальше, но регулярно. Vishnu has accepted Kasyapa and Aditi as his mother and father and has appeared to trick you in this form. Он стал догадываться, да это, наверное, Вишну, он же родился у Кашьяпы и Адити, и сейчас в таком облике он тебя обманет. Just give him something, but don't let him trick you, he'll take everything. Не соглашайся на его условия, дай ему что-нибудь другое и отошли его, иначе ты будешь обманут. Bali Maharaj said, if he's Vishnu and he takes everything, then what's the problem? He already owns everything. Царь сказал, ну если это Господь Вишну, и он уже настаивает на том, чтобы забрать у меня все, то ну какая тут проблема? Ну какая тут потеря, и так все ему принадлежит. And if he's not Vishnu, then he'll just have three steps of land. То есть если это Вишну, то это все равно все ему по праву принадлежит. А если это не Вишну, просто Брахма, ну получит свои три шажка земли. So while Bali Maharaj and Shukracharya were having a discussion, then because a Brahmin is supposed to assist you in making the sankalpa, so Lord Vamandev said, oh, if he will not assist you, then I will assist you in making the sankalpa. И пока царь и его учитель так шептались, то есть они вот так дискутировали, юный Брахман, то есть Вамандев, он вызвался, он сказал, я вижу, что вот ваш учитель не готов помочь вам провести санкалпу, но я Брахман, давайте я вам помогу сейчас сделать эту санкалпу. When you take a sankalpa, you have to take water in your right hand. Во время принятия обета нужно набрать воду в правую ладонь. So Lord Vamandev took a cup of water with a spout and said, hold out your hand. И Вамандев взял тюманицу, такую чашечку с горлышком, и говорит царю, протягивайте ладонь правую вперед. And you should promise three times. И три раза повторите обещание. So the third time he was making the promise, then Shukracharya said, I have to stop this. Царь стал произносить обещание. Первый, второй, ко второму разу Шукрачарья думает, это надо срочно остановить. So he is a great yogi by his mystic power. He became very small like a fly and he flew into the spout of the Achaman cup and blocked it so the water wouldn't come. Тут же, используя свою мистическую йогическую силу, он преобразился в мушку, влетел в эту чашечку и забил собой вот это горлышко, чтобы вода оттуда не могла выйти. So then Lord Vamandev said, oh, the water's not coming out, so he gave me a stick. And he took a stick. Vamandev. And he poked it. Увидел, что вода перестала течь, он говорит, дайте мне что-нибудь, какую-то горостиночку, палочку, и взял, ткнул в горлышко, чтобы прочистить горлышко. And when he poked it, blood came up. Но на палочке он вдруг заметил кровь после того, как он ткнул в кувшинчик. Because Shukracharya was looking through the hole to see what was happening. Что Шукрачарья, даже сидя в кувшинчике, он одним глазом поглядывал через дырочку. И вот этот глаз ему и выколол Господь. So Shukracharya is famous for being one-eyed. То есть он славится тем, что у него один глаз, Шукрачарья. Actually, he already had only one eye. На самом деле у него и так уже был только один глаз. That means he was looking only towards the material things, not towards spiritual things. Только материалистичным взором он обладал всегда. Он видел только мирское, ничего духовного он не воспринимал. So, don't be like Shukracharya. Поэтому старайтесь не быть подобными Шукрачарье. If you have any friend or family member and they want to say, I want to surrender fully to Krishna. Если у вас есть родственник или друг, кто-то, кто хочет полностью предаться Кришне. And then you will say, no, you cannot. А вы начинаете останавливать их, тормозить. Не надо полностью предаваться. And you try to get into the way of another jiva's bhajan. Если вы мешаете другой дживе совершать баджану или углубиться в баджан по-серьезному, that means you have become one-eyed Shukracharya. То значит, вы стали подобными в таком состоянии одноглазого Шукрачарьи. So don't be like a demon. Не будьте демоном. If any jiva wants to do bhajan, try to help them, you'll be benefited. Наоборот, don't make an obstacle. Всячески помогайте, содействуйте, способствуйте другим дживам погрузиться в баджан. Это вы сами получите от этого огромное благо. When the sankalpa was completed, then that little boy suddenly
With one step, he took the lower planetary systems, and with another step, he became huge and he took the upper planetary systems. So he had covered the whole universe with two steps. И как только царь совершил эту клятву, произнес ее, то тут же этот мальчик Браман стал разрастаться, принял огромный облик, одним шагом он покрыл все низкие планетарные уровни, вторым все высшие планетарные уровни, ему уже некуда было поставить ногу в третий раз. So then, Lord Vamandev said, where can I put my third step? You have promised me three steps. И тогда Вамандев спросил царя, куда же мне поставить ногу в третий раз? Вы мне обещали мне три шажка земли. Then Bali Maharaj did complete Atmanivedha, surrendered his soul. Oh, I am yours. Please place your third step on my head. Бали Махарадж тогда совершил полную атманиведану, предался на уровне души Господу, сказал: Господь, поставь свою стопу мне на голову. So he did this, but then Lord Vamandev bound him up and said, I'm pushing you down to the lower planets, to Sutal planetary system. То есть царь поступил очень благородно и по-духовному, но все же Господь потом повелел его связать веревками змеиными и сказал, я тебя сброшу жить на Сутал, на низкую планету адскую. So it looked like Bali Maharaj was losing heaven and going down to the lower planets. But by the will of Lord Vamandev, that Sutal, that lower planet, became more opulent and glorious than heaven. И казалось внешне, что ситуация became like a Vaikuntha planet within the universe. Что казалось, что ситуация оказывается очень плачевной для царя, что он теряет рай и окажется на адской планете, но по воле Господа Вамандева Сутал планета преобразилась и стала прекрасней Сварги, райской планеты. So there was a big chaos. Everyone said, "Oh, he gave his life to Lord Vamandev, but Vamandev is binding him and punishing him." Но тут началась среди присутствующих неразбериха, хаос, возмущение. Да что же такое? Он предался, наш царь предался искренне Господу, а он так жестоко поступает с ним. So then, at that moment, Lord Brahma arrived there. В это мгновение Господь Брахма появился там. Along with Prahlad Maharaj. Вместе с Прохладом. When Prahlad Maharaj saw what was going on, he said to Lord Vamandev, "What are you doing? He has surrendered to you his whole life, and you are punishing him." И Прохлад Махарадж, увидев ситуацию, оценив ситуацию, он спросил Господа, как ты так с ним поступаешь жестоко? Он предался тебе, отдал свою жизнь, а ты его сбрасываешь на Сутал. But this was not a criticism. Но это не было критикой в адрес Господа. Prahlad Maharaj, he is a pure Vaishnava. Prahlad Maharaj чистый вайшнав. It was a glorification of Vamandev. Он не может никогда оскорбить Господа или поносить его. Он прославил его таким скрытым образом. Это была шутка. And the tears of love were coming from the eyes of Prahlad Maharaj. И как говоря эти слова, когда Прахлад Махарадж сказал эти слова, слезы любви струились у него из глаз. Because Prahlad Maharaj, his son is Virochan, and his son is Bali Maharaj. So Bali Maharaj is the grandson of Prahlad Maharaj. And Prahlad Maharaj was seeing his own grandson was getting so much mercy. Почему, and he was crying. Почему Прахлад Махарадж был так растроган? Потому что Бали Махарадж приходится ему внуком. Он сын Вирочаны, сына Прахлада Махараджа. Когда Прахлад Махарадж увидел, какую огромную милость его внук получает от Господа, он был несказанно счастлив за него, за его благую удачу. When Lord Vamandev saw the tears in the eyes of Prahlad Maharaj, he was so moved. He said to Bali Maharaj, "You can ask from me a benediction, any benediction you want." И когда Вамандев увидел слезы в глазах своего чистого преданного Прахлада Махараджа, он тут же сказал Бали Махараджу, проси у меня что хочешь. Его сердце просто растаяло в этот момент. Bali Maharaj was very clever. He said, "Oh, you have put me in a palace in a Sutal which has 49 gates. I cannot say which gate I will leave by or which gate I will come by, but whichever gate I go and leave by, may you always be there to protect me." И тогда Бали Махарадж выразил очень хитрую просьбу. Он сказал, о, Господь, ты поместил меня на Сутал, во дворец, в котором 49 входов, выходов, и я не знаю, какими вратами я буду пользоваться, когда мне нужно куда-то отправиться, когда я буду приходить и уходить, но в какие бы врата я ни входил или выходил, я хочу, чтобы ты там всегда был. So,
In this way, Lord Vamandev became Bali Maharaj's gatekeeper. И таким образом Баламандеву пришлось стать привратником дворца Бали Махараджа. It looked as if Lord Vamandev had bound Bali Maharaj, but actually Bali Maharaj had bound Lord Vamandev, because now he had to live with him in Sutalok. То есть все резко поменялось. Изначально казалось, что это Вамандев связал Бали Махараджа, но сейчас, как оказалось, это Бали Махарадж связал Вамандева, которому теперь придется всегда жить с ним на Суталоке. So why did Lord Vamandev give this benediction, which was his very self? Why did he give so much to Bali Maharaj? Почему Вамандев отдал так много? То есть самого себя он отдал Бали Махараджу. Bali Maharaj had not done anything to deserve it. Бали Махарадж ничем этого не заслужил. Because he had only donated one universe. Он всего лишь одну вселенную пожертвовал. You think that you can satisfy Krishna by donating something? Вы думаете, вы можете угодить Кришне, удовлетворить его жертву? Even if you donate the entire universe, you cannot control him. Даже всю вселенную вы можете пожертвовать, но этим вы не сможете контролировать его никак. Only he was controlled because of the love of Prahlad Maharaj. Господь так поступил, движимый взаимными чувствами любви в адрес Прохлада Махараджа, своего чистого преданного. Perhaps you know, in Krishna Lila, Krishna had a son named, grandson named Aniruddha. Вы знаете, в Кришна Лиле у Кришны был внук Анирудха. And there was a demon named Usha. No. There was a demon named Banasur, and his daughter's name was Usha. And Usha, she never met him, but in her dreams she was seeing him. И в то время жил Банасура, один демон, и у него была дочь Уша. И она никогда в жизни не встречала Анирудху, но по ночам она его четко видела, его облик в сновидениях. So she revealed her mind to her friend Chitralekha. И она рассказала об этом, вот этих снах своей подруге Читралекхе. And Chitralekha was very good at making Chitralekha drawings. А Читралекха была очень хорошей художницей. So she began to draw different beautiful famous personalities to try to identify who is this person that she, her Sakhi is seeing in her dream. И вот по словесному описанию она стала писать портреты разных известных принцев, живущих в мире на этот день, чтобы определить, кого видит во снах постоянно ее подруга. And when, after trying many personalities, she saw Aniruddha and she became shy. This is the one. То есть она многих царей и принцев нарисовала, и наконец она нарисовала Анирудху, внука Кришны, и тогда Уша засмущалась, увидев его портрет, и сказала: да, это он. So Chitralekha was a mystic yogini. Читралекха была не только хорошей художницей, она еще обладала мистическими ситхами. Though Aniruddha was sleeping in Dwarka, by her mystic powers, he woke up in the Antapur, in the secret women's chamber, in the palace of Banasur, in the chamber of Usha. И однажды Читралекха похитила Анирудху, пока он спал у себя во дворце, она его мистической силой перенесла на женскую половину дворца демона Банасуры, в спальной палаты Уши. So when he woke up, когда Анирудха проснулся, and saw Usha, and Usha saw Aniruddha, then they were both very happy. И когда он увидел перед собой Ушу, а Уша увидела перед собой Анирудху, оба стали счастливы. And for some time, they were secretly enjoying. И они стали жить в этих спальных палатах какое-то время вместе. But eventually, Banasura found out and he became furious and he arrested Aniruddha. И отец Банасура ничего об этом не знал какое-то время. Наконец-то, когда он прознал об этом, он повелел стражникам тут же арестовать Анирудху. So after Aniruddha was arrested, then Narad Muni quickly came to Dwarka and informed Krishna and Balaram what had happened. Как только Анирудху поместили в тюрьму, Narad is always involved somehow. Нарада, великий провокатор, тут же поторопился в Двараку доложить Кришне, что его внука арестовал демон Банасура. И so, Балараму тоже пожаловаться. Krishna and Balaram set off with a huge army and they attacked the city of Banasura. Разгневанные Кришна и Баларама отправились с огромными войсками туда, к Банасуре, в гости, и стали там все рушить. And there was a very big battle. Началась битва жестокая.
So, Banasura was a great devotee of Lord Shiva. А Банасура был великим поклонником Господа Шивы. And Shiva's Shakti consort Parvati, he worshipped her in a form called Kottara Devi. И постоянно поклонялся супруге Шакти Господа Шивы Парвати в форме ее облика ипостаси Kottara Devi. So just when Krishna was about to defeat Banasura, then Kottara Devi appeared naked, with her long hair open and scattered here and there. And when she came naked in front of Krishna, then he turned away. Because any civilized person, they cannot bear to see a naked woman. They just... То есть, что произошло в тот момент, когда шел поединок между Банасурой и Кришной, Kottara Devi, она появилась абсолютно нагая, и своими длинными волосами она прикрывала спереди свое тело, и она в таком облике предстала перед Кришной. И Кришна, как любой культурный человек, он не будет смотреть на голую женщину, это невыносимо. Он тут же потупил взор и отвернулся. Ну то, что сейчас обратное происходит в Кали-Югу, к сожалению. Но вот так произошло, он тут же отвернулся. Then Lord Shiva, then Krishna, he stopped fighting. То есть он перестал сражаться с Банасурой в этот момент. Then after some time again he was fighting and Lord Shiva was fighting on the side of Banasura. Потом Кришна возобновил сражение с Банасурой, и тогда уже Шива вышел на защиту Банасуры и стал сражаться на его стороне. And Krishna defeated Lord Shiva. Кришна одолел Шиву в этом поединке. And then with his chakra, Banasura had 1,000 arms. Krishna started to cut off all the arms of Banasura, shave them off. У демона Банасуры было 1000 рук. И Кришна чакрой одну за другой стал обрубать эти руки. But Lord Shiva prayed on behalf of Banasura. He is my devotee. Шива снова вмешался, он стал молять Кришну за своего преданного. Он говорит, Кришна, жалься над ним, он мой преданный. So Krishna shaved off all he kept, but he kept four arms. Кришна обрубил все руки, кроме четырех, оставил ему четыре руки. And Krishna said, all right, I bless him that he'll stay alive and he'll be loyal, your loyal servant. И сказал, хорошо, я оставляю его в живых, он будет твоим верным слугой, Шива. So, why did Krishna spare the life of Banasur? И почему Кришна помиловал Банасуру? It was not because Parvati came there to save him. Не потому, что Парвати пришла на защиту. It was not because Shiva prayed for him. И не потому, что Шива заступался за него. It was because Banasur is in the dynasty of Prahlad Maharaj. Это произошло потому, что Банасура находится в династии Прохлада Махараджа, он родился. The Supreme Lord had promised Prahlad Maharaj, I will not kill anyone in your dynasty. А Верховный Господь пообещал Прохладу Махараджу, что никого в твоей династии я никогда не убью. You know that once Ravan, he wanted to take over the universe. Однажды Равана захотел захватить всю вселенную. So he knew that in the lower planetary system, in Sutal planetary system, Bali Maharaj is there. He's a very powerful king. Он знал, что могущественный царь Бали живет на планете Сутал Локи. So he went to Sutal Lok to conquer over the kingdom of Bali Maharaj. Он решил вначале захватить его царство, и Равана отправился на Сутал. But he did not know that Lord Vamandev is the gatekeeper. Но не знал, что там стражником служил Господь Вамандев на Сутале. And he is a Тривикрам. И что он Тривикрам. Урукрам. Урукрам. He has very great steps. В общем, большие шаги удивительные. So when Ravan came there, then Lord Vamandev just kicked him. And he went flying and he landed in Lanka. All the way to Lanka. From Sutal to Lanka. Равана туда прокрался на Сутал. Господь его так ногой ему дал, как по футбольному мячу, что он улетел до Ланки обратно. Оказался с Сутала до Ланки. So, why did Lord Vamandev kick Ravan all the way to Lanka? Oh, because Prahlad Maharaj was living there with Bali Maharaj. И почему Господь Вамандев так пинком Равану отослал обратно на Ланку? Потому что в это время Прохлад Махарадж жил там с Бали Махараджем на Сутале. So this is all due to the power of the love of Prahlad Maharaj. Все эти истории иллюстрируют силу бхакти и любви Прохлада Махараджа. Oh, in the Puranas there's one history that once there was a demon named Kush.
Пураны рассказывают историю про одного демона Кушу. And he attacked Dwarka. И Куша напал на Двараку. And Krishna was not there at the time, and all the residents became afraid. В то время, когда Кришны в Двараке не было, и все жители испугались этой атаки. At that time, one of the famous rishis who used to often go to Dwarka, his name is Durvasa. В это время один известный мудрец, который иногда навещал Двараку, которого звали Дурваса. He's very powerful. Очень могущественный йог. So the residents of Dwarka, fearing that they would be killed by the demon Kush, they begged the Durvasa, "Oh, Durvasa, please save us." Жители Двараки, считая себя беззащитными, так как Кришна не была в Двараке, они обратились за помощью к Дурвасе, чтобы он помог оградить их от этой беды, от этой атаки Куша. You are yogi, you can fly like the wind. Go and find out where is our Lord, that he can come and save us. Они попросили Дурвасу, Дурваса, ты можешь перемещаться со скоростью ветра, пожалуйста, разыщи нашего Господа Кришну, чтобы и оповести его, чтобы он пришел к нам на защиту. So Durvasa, he flew down to the Sutala planetary system, and there he prayed to Lord Vishnu. И Дурваса полетел на Сутал, и там он молился Вишну. And he said, "Oh, Dwarka is in danger from a demon named Kush, and he's about to kill all the citizens there. Please come and save them." Но сказал Дварака, находится под атакой демона Куша, это угрожает жизни всех твоих преданных. What did Lord Vamandev say? Что на это ответил Господь Вамандев? Aham bhakta paradino yashvatanta ivadija sarubhi brastriyo bhaktar bhakta jana priya. It was a verse that Durvasa had heard somewhere before. Эти слова Дурваса где-то уже слышал ранее. He said, "I am controlled by the love of my devotees. I am not independent." Господь сказал, я полностью подчинен любви своих преданных. Во мне нет никакой независимости. They have controlled my heart completely. Indeed, even the devotee of my devotee is very dear to me. Преданный полностью контролирует мое сердце. Я даже дорожу преданным своего преданного. Said so. I am not independent. Durvasa, if you want, you can ask Bali Maharaj, and if he gives me permission to go, then I'll go. И он, Господь сказал, у меня нет независимости тут. Вот поговори с Бали Махараджем, если он отпустит меня, тогда я могу отправиться в Двараку. Only if he gives me the order. Только если он скажет, что я могу туда идти и повелит мне сделать. So then Durvasa went to Bali Maharaj. Дурваса быстренько побежал к царю Бали. He said, "Oh, Bali Maharaj, please allow Lord Vishnu to come with me and save the city." Царь, позвольте Вишну, пожалуйста, отправиться со мной, чтобы спасти город. Otherwise everyone will die. Иначе все погибнут. Bali Maharaj said, "Oh, Durvasa, you are very powerful, you are capable of doing anything." Царь сказал, Дурваса, ты такой могущественный сам. So you should know that it's not for me to say whether this tricky person, Vishnu, should go or not. It's not up to me to say it. Ты же умный человек, ты понимаешь, ну что я могу тут сказать по поводу, я же ничего не решаю, пойдет этот хитрый Вишну туда или не пойдет. Lord Brahma and Lord Shiva bow down and offer prayers to his lotus feet. So it's not so easy just to give him orders. Как я могу ему повелеть, сами дева, ты такие, Брахма, Шива склоняют своего стоп, как я могу ему сказать, или иди в Двараку. So then, Durvasa said, "But what about the residents of Dwarka?" Durvasa сказал, "Ну как насчет жителей Двараки?" Bali Maharaj said, "I don't know what will happen to them, but I cannot give him an order to go." Bali Maharaj сказал, "Да я не знаю, что с ними произойдет, но я не могу повелевать, командовать им и говорить им уйти в Двараку." I will not allow it. Это непозволительно для меня вообще. Bali Maharaj understood that the Lord, he does not have to go. He's all powerful. Only by his moving his eyebrow, he can destroy anyone on the other side of the universe. Or he can expand, he can go in another form, but he doesn't have to leave. Бали Махарадж понимал, что Господу нет необходимости лично отлучаться, чтобы разобраться с этим демоном Кушей, что он может послать другое свое проявление, там, ипостась, или просто движением брови, это все там, разрулить эту ситуацию. So Durvasa Muni's mission failed. То есть вот эта миссия, задача Дурвасы Муни, он не справился с этой задачей. Oh, Lord Vamadev would not move.
Вамандев не вообще с места не двигался там. Why? Почему? Висриджати ридаянна яссу сахшат дария абасо битопи гоганаша пранаяна расаяна витанми падма са бхагавата прадан са бхагавата прадан укта. The meaning is that the Lord cannot give up the heart of his devotee. Господь не может расстаться с сердцем своего преданного. Even though the Lord is so powerful, only if someone says his name by chance, even to refer to something else, he becomes free from the bondage of birth and death. Господь настолько могуществен, что если кто-то произнесет его имя, даже случайно, даже ведя речь о чем-то совершенно другом, а не о самом Господе, человек получит освобождение. But that very inconceivably powerful Supreme Lord has no strength to free himself from the rope of love of his devotee. Но вот этот самый могущественный, непобедимый Господь, он беспомощен, он не может вызволиться из уз любви, которыми он связан в сердце своего преданного. You know that? Lord Nrisimhadev wanted to give benedictions to Prahlad Maharaj. Господь Нарсимха хотел дать благословение Прохладу. I can give you liberation. Он говорил, я могу дать тебе освобождение. But Prahlad Maharaj did not want anything of this world or beyond this world. Что бы Господь ни предлагал Прохлад Махараджу, он отказывался от всего мирского и даже неземного. But in the end, Lord Nrisimhadev made him king, and Prahlad became king of the worldly kingdom. Но все же потом Господь короновал Прохлада, он стал царем. So, if Prahlad Maharaj does not even want liberation, why did he accept a worldly kingdom? И может показаться странным, если он даже отказывался от освобождения, почему он принял вот это положение царя? Because he thought, oh, if I am the king, then I can preach to everyone and have Harinam Sankirtan and make everyone devotee. Что это хорошая должность. Он думал, если у меня будет положение царя, тогда я могу постоянно всем проповедовать, всех заставлять там вовлекать в киртан, харикатху. So though Prahlad Maharaj, he does not want anything. He accepted the worldly kingdom for the Naam Prachar, to preach the glories of the holy name and pure bhakti. Принцу Прохладу не было нужно ничего, но все же он принял вот это царство как возможность, как площадку для проповеди, прачара. Prahlad Maharaj, one day he was serving, and he made a very beautiful garland and gave it to his deity of Lord Nrisimhadev. Однажды Прохлад Махарадж сделал, сам свил красивую гирлянду и одел на божество Нрисимхадева. And then he was traveling. And he came to Naimisharanya. Затем он отправился в путешествие и прибыл к Наимишаранье. And there in Naimisharanya, he saw a rishi with jata matted locks of hair. И там он встретил мудреца, у которого были волосы были спутаны в дреды. But he also that rishi had a bow and arrow and also a sword. То есть это был риши мудрец, но при этом у него был лук и стрелы и меч. So Prahlad was a king. So it's his duty to maintain dharma. Прохлад был царем, обязанность царя поддерживать порядок. So in Vedic culture, only a kshatriya, a warrior, can carry weapons. A rishi should not have swords. То есть каноны поведения царь должен поддерживать правильные, и в контексте ведической культуры только воин имеет право носить при себе оружие, другие касты не имеют права пользоваться оружием. So then Prahlad Maharaj said, You are carrying weapons and you are dressed like a renunciate doing austerities. Make up your mind. Either you can be a kshatriya or you can be a rishi, but you cannot be both. Царь Прохлад решил вмешаться в эту ситуацию, увидев такой непорядок, и он сказал этому мудрецу, смотри, ты выглядишь как мудрец, весь в дредах, и вроде бы как занимаешься духовной практикой, но при этом ты держишь при себе оружие. Давай-ка ты определись, ты кто? Мудрец? Или ты воин? So if you don't agree, then you'll have to fight with me because I cannot allow this. Мне вот такое не нравится поведение, поэтому если ты не согласен с моим мнением, я готов вызови меня на поединок. If you fight with me, I will defeat you. А если у нас будет между нами поединок, то ты проиграешь.
So then that sage, he said, I accept your challenge. Мудрец сказал, а я готов принять ваш вызов. Be ready to fight. Готовьтесь к сражению. So then Prahlad Maharaj and Rishi started fighting. И начался поединок между Прахлад Махараджем и этим мудрецом. They fought for one day, two days, three days, four days. А поединок затянулся там не на один день, а на целых четыре. And Prahlad Maharaj could not defeat him. И Прахладу Махараджу не удавалось победить в этом поединке. So then, at the end of the day, fight all day, and then when the sun goes down, the Kshatriyas they have a break. Ну по закону. They fight again the next day. Войны, то есть кшатри сражаются до захода солнца, а потом отдыхают до следующего, до восхода. So at the end of the fourth day, Prahlad Maharaj he went into meditation. К концу четвертого дня Прахлад Махарадж сел помедитировать. And in his meditation, he saw that Rishi. И в своей медитации он увидел этого мудреца. And that Rishi was wearing the same beautiful flower garland that he had made and given to his deity of Lord Vishnu. А в медитации он увидел этого Риши с той же самой красивой гирляндой, которую он свил для Господа Нарсимхадева. So then Prahlad Maharaj realized. И затем Прахлад Махарадж догадался. Нарсимхадев, you are very tricky. О, Нарсимхадев, какой ты хитрый. And then Prahlad Maharaj he put down his bow and arrows. И тут же Прахлад Махарадж отбросил свое оружие, там лук, стрелы. And then suddenly that Rishi manifested his form and showed that he was actually Ishtadev Lord Nrisimhadeva. А в ответ Риши тоже преобразился и предстал в облике его Ишпадева Нрисимхи Бхагавана перед Прахладом. So in Vedic culture, if you say something, you have to follow it. В ведической культуре, если вы что-то сказали, вы обязательно должны сдержать свое слово, что бы вы ни сказали. Prahlad Maharaj said, Oh my Lord, I made a promise to defeat you. But I could not defeat you. Now what will I do? How will I keep my word? Сказал, я же погрозился одержать победу в поединке с тобой. Это мне не под силу. Что теперь делать? Как я могу сдержать свое слово? Lord Nrisimhadev said, Oh Prahlad, I am always defeated by you. А Нарсимхадев так умилительно сказал, О, Прахлад, ты всегда побеждаешь меня. Not only today, but every day and forever. Не только сегодня, ты всегда, каждый день меня побеждаешь и всегда будешь побеждать. So how great is Prahlad Maharaj? Насколько велик Прахлад Махарадж? You know, Srila Sanatana Goswami Pad has described how Narad Muni was searching for the greatest devotee. Санатан Госвами Пад описал поиск Нарада Муни, приключения Нарада Муни, его поиск самого возвышенного преданного. Oh, he went to a Brahmin in Prayag. Afterwards, he went to a king in South India. He went to Indra. He went to Lord Brahma. He went to Lord Shiva. And Lord Shiva said, Oh, I am not a great devotee. If you want to see a great devotee, go to Prahlad Maharaj. То есть Нарада интервьюировал многих преданных, которые ему казались самыми прославленными преданными Господа. Он отправился к Брахману в Праяге, царю в Южную Индию. Он посетил Брахму, он посетил Шиву, и сам Шива сказал, «О, Нарада, если ты действительно хочешь встретить возвышенного преданного, отправься к Прахлад Махараджу». So, where is Prahlad? Где Прахлад? He's staying in Sutal country system. Он живет на Сутале. So then Narad Muni went there. И Нарада отправился на Сутал. So as you know, Narad Muni was cursed by Daksha that he could not stay in a place for longer than it takes to milk a cow. Как вы знаете, Нарада получил проклятие от Праджапати Дакши в том, что Нарада не сможет задержаться в одном месте дольше, чем времени, которое занимает подоить корову. Also once, Jara, old age personified, came to embrace him, and he ran away to Goloka Vrindavan. Однажды Джара, олицетворение старости, пришла обнять Нараду, он быстро убежал на Голоку Вриндаван. So she also cursed him, you cannot stay in one place for longer than it takes to milk a cow. Она тоже обиделась и такое же вторичное проклятие на него наложила, чтобы ты нигде задержаться дольше дойки коровы не мог. So Narad Muni is always moving. То есть ему приходится постоянно перемещаться, он постоянно странствует. But when he came to Sutal, then he prayed to Lord Vamandev there. He said,
Oh my lord, I don't care about all of these curses, I want to stay here with you. Но когда он прибыл на Судал и повидался с Вамандой, он сказал, Господь, мне нет дела до всех этих проклятий, мне хочется просто побыть тут с тобой подольше. Why? Because he wanted Sadhu Sangha with Prahlad Maharaj. Потому что на самом деле ему очень хотелось Sadhu Sangha с Прахладом Махараджем, потому что по рекомендации Господа Шивы. So, how great is Prahlad Maharaj? Сколько же прославлен Прахлад Махарадж? Try to be like him. Старайтесь быть подобным ему. Never be afraid of anything. Не страшитесь ничего. Being fully dependent on Krishna. Испытывайте постоянное чувство зависимости от Кришны. Never becoming angry even at those who try to kill him. Не гневайтесь даже на тех, кто пытается причинить вам вред, даже убить вас. Many times devotees they want to be in Гуп, my good friend used to say, not Gopi Bhav, Гупи Бхав. Очень часто преданные хотят вот погрузиться, как мой Гурудев говорил, Гупи Бхаву. Не Гопи, а Гупи. They don't understand anything. Это сахариновое настроение. Ну, кто ничего не понимает. First, be like Prahlad Maharaj. Перед тем, как мечтать о Гопи Бхаве, старайтесь вначале быть подобными Прахлад Махараджу. After that, try to understand he is a Gyani Bhakta. Then understand Amrish Maharaj, Shuddha Bhakta. Но Прахлад Махарадж, он Гьяни Бхакта. Потом постарайтесь дорасти до уровня Амбариша Махараджа, Шуда Бхакты. Then understand the mood of Hanuman, Преми Бхакта. Затем постарайтесь постигнуть настроение Ханумана, который является представителем Преми Бхакты. Then understand the mood of Arjuna and the Pandavas. Затем постарайтесь... They are Prema Parabhaktas. Понять настроение Арджуны и Пандавов, они Преми Парабхакты. And then, oh, more than then, understand the mood of Uddhav. А затем Прематура Бхакта. Постарайтесь познать настроение Прематура Бхакты Шри Уддхавы. And then after that, you can may be able to approach the devotion of the Brajavasis. А после этого уже вы можете осмелиться начать двигаться в направлении попыток познать настроение Брадживаси. So don't try to jump. Try to first follow Prahlad Maharaj. Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he said, you should read Prahlad Charitra, the life of Prahlad Maharaj, 108 times. То есть не пытайтесь перепрыгивать через вот эти огромные уровни. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур давал наставление своим ученикам. Говорит, перечитайте вот эту историю Прахлада Махараджа, Прахлад Чаритру, 108 раз. It's very, very deep. Потому что там кроется столько важных уроков и наставлений. So now we've given a little introduction. Это было вступлением. To Prahlad Maharaj. Маленьким вступлением, коротким. And his relationship with Lord Narasimha. О Прахладе Махараджа, его отношение к Нарасимха Деву. Now we'll begin the katha that you can find. It is in Shrimad Bhagavatam, beginning 7th canto, chapter 1. А сейчас мы начнем слушать Харикатху из 7-й песни Шримад Бхагаватам, 1-й главы. Even though there are many subjects dealt with in each chapter of Shrimad Bhagavatam, but there are prominent subjects also in each canto. Каждая песня Шримад Бхагаватам уделяет внимание различным темам обсуждения, но все же есть в каждой песне какая-то главная тематика. So, a Mahapurana has 10 characteristics, 10 lakshanas. У Махапурана есть 10 характеристик, 10 лакшан. What are they? Атра сарго висагасча станам потарам утая манванта ишанукта нирода мукти ашрая. So, of these 10 subject matters, in the 7th canto, the main subject to be discussed is Uti. Uti, yes. И Uti как раз является характеристикой, которая описывается главным образом в 7-й песне Шримад Бхагаватам. So, what is the meaning of Uti? Что значит Uti? Утаяха кармавасанаха. Утаяха кармавасана. Uti means the samskars, the impressions that
inspire the living entity to act in this world. Путь это самскары, то есть уже заложенная природа человека, которая двигает им по жизни. То есть то, что побуждает человека на действие. Вот эти самскары, накопленные впечатления за прошлые жизни, это ути. All activities the living entities are doing are impelled by the samskaras. That is called vasana. Samskara means impression, and as is the samskara, the impression is the vasana, the desires. То есть у каждого живого существа уже накоплены эти самскары, впечатления, и они движут каждым живым существом, побуждая на желание. То есть из вот этих самскар проявляется васаны, желание. So, а потом они превращаются в поступки. If a person in their life they follow dharma, если человек religion, строго соблюдает, живет добропорядочной жизнью и вот дармичен, someone may say, oh, following religion is very inconvenient. Кто-то может сказать, это как-то неудобно следовать религии, некомфортно. То есть это скучно и тяжело, то есть трудно наслаждаться, ведя религиозный образ жизни. Why do I have to be married? А зачем вообще жениться? I can have 10 boyfriends and 10 girlfriends. Можно погулять, можно там 10 девочек, 10 мальчиков, партнеров разных иметь себе. So following dharma is difficult, but if someone follows dharma, they get sat karma vasana. Sat-karma varsana, that is the good karmic impressions, and they will go to heaven. Да, нелегко следовать праведному образу жизни, но огромный плюс, то есть праведного образа жизни, что он вырабатывает эти благоприятные самскары, которые приведут к будущему благочестивому поведению. And if you do adharma, you go against religious principles, then you make asat-karma varsana. That is the degrading impressions, and one will go down to hell. То есть то, что называется сад-карма-васаны, то есть благочестивые желания потом на будущее, а тот, кто не следует праведному образу жизни, наоборот, строит из вот этих жухлых кирпичиков свое будущее, потому что будут вырабатываться асад-карма-васаны, то есть будет снова и снова грешить постоянно. And what will happen if you have Саду Санга. А что получается, что случается, когда мы встречаемся со святой личностью? If you have the association of saint, then you have Sad Bhakti Vasana. То есть встреча со святой личностью. Общение с чистым вайшнавом создает нам уже духовные бхакти васаны. By sadhu sangha one gets deep impressions of bhakti, and it will lead one to be able to taste prema rasa. Общение с саду вносит в наше сознание вот эти сад бхакти васаны, и тогда у нас меняется траектория развития, то есть сознание и влечение другое уже к духовному. In this canto, the illustration of the ути will be given. И как раз вот седьмая песня Шримад-Бхагаватам иллюстрирует этот принцип ути. In the end of the seventh canto, there are five chapters called the Karma Panchadhyay. And Narad Muni will explain to Yudhisthira Maharaj the Karma Panchadhyay, explaining how dharma and the dharma, the effects of dharma and the dharma. В конце седьмой песни Шримад-Бхагаватам есть карма панчадхьяй, пять глав, в которых Нарада Муни объясняет Юдхиштхиру Махараджу, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. But now in the beginning, но в начале песни, there will be a description of two personalities. On the one hand, angry, attached, very materialistic, Hiranyakashipu, and on the other hand, saintly and divine blissful Prahlad Maharaj. Но в начале седьмой песни описываются две разных личности: злобный, мерзкий наслажденец Хираньякашипу, тираничный и безумный, а с другой стороны очень мягкий, добрый, сострадательный, возвышенный Прахлад Махарадж. How is it that the personality, the character of Hiranyakashipu is so angry, lusty, and materialistic? Почему у Хираньякашипу такой тяжелый характер? Почему он такой мерзкий, тираничный, преисполнен вожделения? Ути. Это все из-за ути. Because of the impressions he got from making the four kumaras angry. То есть это все последствия того, что он разгневал четырех кумаров. He was a jai,
Jain Vijay, the gatekeepers, and they made the four Kumaras angry, and because of this, then this Ut impression came, and he has that character. And on the other hand, Prahlad Maharaj is saintly because he had the association of Narad Muni when he was in the womb of his mother, and this made the impressions by which he became saintly. То есть Джай и Виджай, привратники Вайкунтхи, они видели и разгневали четырех кумаров, и вот из-за этого получили вот такое нехорошее рождение потом. А Прахлад Махарадж, он общался с Нарадой Муни, благодаря возвышенному общению у него появился идеальный характер. So if you want to have a good character, swabhava, nature. То есть с кем поведешься, вот то вы наберешься. То есть если вы хотите, чтобы у вас был сладкий характер, достойный, don't do adharma first. То не вовлекайтесь в адхарму. But more important, во-первых, try to be in sadhusa. Но что главнее всего, это старайтесь быть avoid adharma. В саду-санге. И, конечно, старательно избегайте всего недобропорядочного, но фокусируйтесь на том, чтобы по максимуму проводить время в общении с возвышенной личностью. And gradually once the swabhav will be naturally devoted. И потихоньку природа будет меняться, ваше в сердце начнет царить чистота, порядок и преданность Кришне. Now, Prakshit Maharaj, in the beginning of the seventh canto, he poses a question to Shukadeva Goswami. В начале седьмой песни Шримад Бхагаватам Парикшит, царь Парикшит задает вопрос Шукадеву Госвами. Prakshit Maharaj said, my question is this, the Supreme Lord is the best friend of everyone. Царь Парикшит сказал, мой вопрос заключается в следующем, Верховный Господь лучший друг каждого. And he is equal to everyone. Он равнозначно относится ко всем, без пристрастий. So why does he appear and kill the demons on behalf of Indra? То есть он беспристрастен, почему он является и убивает демонов, поддерживая Индру, сторону Индры? He is the embodiment of pure Ananda. He is beyond duality. Why does he take sides in this world of the side of Indra against the demons? Если Господь вне дуальности, почему, приходя в этот мир, он принимает сторону Индры, девот против демонов? So, O Shukadeva Goswami, please, take away my doubt. О Шукадева Госвами, развейте мои сомнения, пожалуйста. So here question is this. Supreme Lord is transcendental. Вопрос, суть вопроса в том, что если Господь, Он трансцендентен, he has no faults. Он безупречен, в Нем нет никаких изъянов. But it seems that he has two faults. Но кажется, создается впечатление, что Господь повинен в двух изъянах. First, pakshapat dosh. Pakshapat means taking one side over another, being partial. Pakshapat dosh. Первый недостаток pakshapat dosha, то есть он повинен в том, что он принимает сторону одних против других. And the other fault is nairgrinya. И вторая вина. Nairgrinya means cruelty. Nairgrinya, что это жестокость. Cruelty or hostility. Враждебность, что вроде в нем проявляется жестокость и враждебность. It's a very important question. Это важный вопрос. Because when things happen in life, everyone say, oh, why did God do this to this person? Что часто мы видим происходят трагедии в жизни, все начинают сетовать, а что ж Господь так вот поступил с этим, а что ж Господь позволил вот этому так мучиться? People think that God is favoring one group of people and he's against another group of people. Всем кажется, что Господь за кого-то и против кого-то. Some people are the chosen people. Некоторые считаются избранными. And some people are not the chosen people. Богом, а другие изгои, неизбранные. And if someone is suffering, then God is cruel to them. А потом вот такое общественное мнение, что вот если кто-то страдает, это жестокость Бога к нему. People think in this way. И люди реально в это верят и таким образом мыслят. So this question that Prakshit Maharaj asking is very important for understanding the swarup of Bhagavan, the nature of God. Вот это вопрос очень важен, философский вопрос по поводу сварупы природы Господа. So Shukadev Goswami said to him, oh, you have asked a very wonderful question. Шукадева Госвами ответил, о царь, ты задал замечательный вопрос. And great sages like Narad have answered this question. Великие мудрецы, такие как Нарада, ответили уже на этот вопрос. So first of all, Shukadeva Goswami said, I give pranam to my Gurudev, Srila Vyasadev.
And by His mercy, I'll try to describe the answer. И еще когда вы Госвами сначала я склоняюсь в поклоне перед своим учителем Шрила Вьясадевом, и по его милости я постараюсь сейчас объяснить тебе эту идею. Shukadeva Goswami said, the Supreme Lord is completely beyond the three gunas of this world. Шукадева Госвами сказал, Верховный Господь, Он вне трех материальных энергий, трех гун. So because He has no rajas, He cannot be attached to anyone. И так как в нем нет энергии страсти, раджаса, то Он не может испытывать привязанность ни к кому. And because He has no tamas, He cannot be angry with anyone or against anyone. Он не подвергается никак влиянию невежества, тамаса, то Он не может гневаться и быть против кого-то. Only what is going on in the world is the movement of kal, time. Все, что происходит в мире, это просто происходит благодаря посредством движения времени. Yada sisrakshu pura atmana paro rajas reaktesha pritakso mayaya sattvam vichityasu rirangso ishvara sishyamanas tama irayatyaso. Before the world is created, до того, как сотворяется мир, then there's no material time. Нет материального времени, не существует. But there are some devotees from the previous day of Lord Brahma who have not become perfect yet. Но есть еще души, которые преданы из предыдущего дня Господа Брахмы, которые не реализовались полностью, еще не осознали свою духовную сварупу. And they have no bodies, sadhak forms, to complete their sadhana. И вне творения у них нет плоти, в которой они могут, человеческой формы жизни, в которой они могут практиковать бхакти. So the Supreme Lord, He is feeling separation from them and He wants to give them forms so they can finish their bhakti and become perfect and come to Him. То есть они еще в пути, по направлению к реализации полной, а Господь уже испытывает тоже, Он переживает, Он тоскует по ним, Он хочет, чтобы они поскорее пришли к Нему. So to do that, by His Kriya Shakti, then He initiates the creation of the world. И в своей крия-шакти Господь начинает инстигировать создание, сотворение материального мира. And the abbas, the shadow of that krishakti is rajagun, and the whole universe comes in. The creation takes place by rajagun. И абас, то есть тень вот этой крия-шакти Господа, это раджагуна, начинает сотворять, действовать в мире. Now these three gunas are always in competition with each other. Три гуны, тамас, раджас, сатва, всегда конкурируют, они всегда динамичны и конкурируют друг с другом. Sometimes one is prominent, sometimes another is prominent. Влияние одной гуны доминирует иногда над другой, потом они чередуются, меняются и так далее. So, at the time when sattva gun is prominent, then the devatas are victorious. И в то время, когда доминирует влияние сатва гуны, то победоносные тогда деваты. At the time when у них все хорошо идет. Rajagun is prominent, then the asuras become victorious. Но в тот период времени, когда доминирует влияние раджагуны, правят асуры. And when tamagun is rising, the rakshasas become victorious, and when tamagun becomes very high, there's the pralay, the annihilation of the world. То есть, когда тамагуна все еще, тоже начинает набирать силу сильнее, ракшасы все еще сильны и довольны, но потом уже это все ведет к полному краху и уничтожению вселенной, пралая. So, sometimes the devatas are victorious and sometimes the demons are victorious. This is not, God is not involved in this. То есть вот эти чаши весов, благополучие, то благочестивых, то неблагочестивых, то девы, то асур, они колеблются не потому, что Господь испытывает пристрастие к одной группе или к другой, а потому что так идет цикличность времени материального. He enters into this material world and he supports sattva gun when it's the time for sattva gun. And he supports rajagun when it's the time for rajagun. То есть Господь дает поддержку всему, когда время наступает очередь сатва гуны, он поддерживает сатва гуну, когда наступает черед раджагуны доминировать, он поддерживает раджагуну. So it is not the Supreme Lord who is deciding, we'll destroy these people and make these people successful or the other way around. Only this is kal time. Не то, что Господь сидит, играет в игру, сейчас вот эти проиграют, эти выиграют, а вот эти потом сейчас проиграют, выиграют. Нет, тут все чередуется просто цикличностью материального времени, кала. Прикшит Махарад said, but wait a minute.
Парикшит Махарадж возразил. When the demigods are victorious at that time, Vishnu comes and he fights on the side of the demigods against the demons. So how can you say that he's not taking a side? Как же вы говорите, что он не принимает стороны, когда победоносные деваты, то Вишну же всегда на их стороне, он их поддерживает, сражается за них. Shukadev Goswami said, no. When it's the time of the Unnati, the advancements of the demigods, he's supporting them. When it's time for the demons to advance, he's supporting them. But only he's visible when it's time for the demigod support, and he's invisible when it's time for the demons to be supported. Just like mercury in a glass tube. If the glass tube is transparent, the mercury is shining. But if the glass is a dark color, then you cannot see it. But he's always there, supporting everyone according to Kaal. И Шукадев Госвами сказал, ты неверно понимаешь, Господь всегда поддерживает. И тех, когда наступила очередь выигрывать этим, Он их поддерживает. Когда наступила очередь тем быть победоносным, Он их поддерживает. Просто в случае с деватами Он видим. А в случае, когда победа на стороне демонов, Он невидим, подобно тому, как ртуть. В прозрачной колбе она видна, она блестит. А если мутное стекло, там, крашеное стекло, то ртуть там не видно, но он всегда там. Он so, всегда за всем. It only appears that he's partial, but he's completely impartial. Вот это пристрастие, которое наблюдается, это выдуманное, его по факту нет. But though he's impartial, Shukadev Goswami said, but he's not blind. Shukadev Goswami сказал, он беспристрастен, но он не слеп. If someone has bhakti, devotion to him, he sees that, and then he becomes partial to that person. То есть он беспристрастен, но он не слеп. Он видит, если в чем-то сердце проявляется бхакти к нему, то тогда Господь уже будет благоволить этой личности на основе бхакти. But the partiality he has to his devotee is not a fault. It's an attribute. Но вот это пристрастие, которое он испытывает, то, что он благоволит своему преданному, это не является его недостатком, это наоборот его достоинство. Because in one respect, it actually keeps his impartiality intact, because he's reciprocating with everyone. If someone is not serving them, if someone is indifferent to him, then he is impartial. But if someone is partial to him, then he is partial to them. And so he is actually reciprocating with everyone impartially. То есть сам факт того, что он благоволит преданным, защищает, то это как страховка против его, защищает его беспристрастие, потому что он всегда равнозначно ко всем относится. Кто к тем, кто безразлично к нему относится, он безразличен. Тем, кто любит его, он любит их в ответ. So you are saying he takes the sides of the always takes the side of the demigods against the demons. But look, at the time which was the Unnati, the time of the advancement of the demons, Hiranyakashipu was a king. And in the evening, at dusk, when it was tamas, dark is the time of tamas. So it was tamas, and it was the time of the Unnati of the demons. And Lord Nrisimhadev appeared to save Prahlad Maharaj. Was he Sura or Asura? Asura. He was Asura. So Lord Nrisimhadev came and saved Anasura at the time of Tamas in the evening during the Unnati, the advancement of the demons. So it shows that he's completely impartial, but he has the attribute of being reciprocating with everyone. So he becomes partial to his devotee. И Шукадева Госвами привел пример, он говорит, что Господь благоволит деватам всегда на их стороне, только в сатве. Посмотри в ситуации, как на пике процветания демонов, асур, когда правил Хираньякашипу, в сумерки, то есть во время тамаса, невежественное время дня, Господь явился, чтобы защитить кого? Маленького Асуру, то есть все равно Асуру Прахлад Махараджа. То есть не говори, что он с пристрастием к тем другим относится. So don't project any fault on God of Pakshapat Dosh or Nairagrinya Dosh. То есть никогда не проецируй cruelty and partiality. Вот эти выдуманные изъяны на Господа в том, что он жесток или в том, что он пристрастен к кому-то.
He is the crushed jewel of impartial person. Он же наоборот, он жемчужина, лучший среди беспристрастных. He is so impartial that if someone is absorbed in him in any mood, even someone is absorbed in him in envy or hatred, then he gives them a transcendental destination, just because the object of their consciousness is him. Господь настолько беспристрастен, если кто-то погружен в мысли о нем, даже с ненавистью, страхом, там, с враждебностью, Господь дает им наилучшее местоположение духовное. Почему? Потому что, несмотря на эти негативные сильные эмоции, объект этих эмоций — это он, трансцендентная Вишудда Саттва. Just see how brilliant Vishukadeva Goswami is answering this question in the layers. Смотрите, как мастер deeper and deeper. Послойно отвечает на этот вопрос Шукадева Госвами, все идя глубже и глубже. Яйна кейна пракарейна мана кришнейни сейвеят. Рупа Госвами Пад said, in any way possible, you must absorb your mind in Krishna. By any means. Because simply being absorbed in Krishna, Krishna becomes absorbed in that person and accepts them. Рупа Госвами призывает всех, чего бы это ни стоило, каким угодно образом, погрузите ум в Кришну, займите ум Кришны, потому что если ум занят Кришной, Кришна будет занят вами в ответ. So, Shukadeva Goswami gave an example. He said once at the Rajasuya Yagya of Yudhisthira Maharaj. И Шукадева Госвами привел пример. Однажды на Раджасуя Яги, которую проводил царь Юдиштир, Шишупал was criticizing Krishna. Шишупала стал поносить Кришну прилюдно. And Krishna with his chakra cut off his head. Кришна своей чакрой отрубил голову. And everyone saw his soul come out from his body and enter into the lotus feet of Krishna. Все присутствующие там на яге увидели, как душа Шишупалы вышла из тела и вошла в лотосные стопы Кришны. At that time, Yudhisthira Maharaj said to Narad Muni, "This is amazing." И наблюдая за вот этим чудом, Юдишир Махарадж сказал Нараде, это удивительно. Because there was a king named Vena, and he was criticizing the Supreme Lord, and he went to hell. But this Shishupal was criticizing Krishna directly to his face, and his soul attained liberation. But он говорил, это непонятно вообще, потому что был известный такой царь, ну, с плохой репутацией, богохульника, царь Вена, который постоянно там поносил Господа, ну и скатился в ад. А Юдишир говорит, как же Шишупала тут прилюдно, прямо в лицо оскорбляет Кришну, и он получает освобождение от него. How was this miracle possible? Как это случилось вообще? Это ж чудо. Narada Muni said. Нарада стал объяснять Юдиширу. The criticism of this world, praise and blame, is aimed at the body. Он сказал, что критика в этом мире направлена все, и критика, и похвалы направлены на тело всегда, the material body. На материальное тело. So the Supreme Lord has no material body, he has no material ego. So if anyone praises him or criticizes him, it's, for him it's nothing. Ну, у Господа нет. It does not accept. Ни материального тела, ни материального эго, поэтому его или превозносят, или порицают, ему не важно это, он не принимает на свой счет совсем. Only persons who lack a discrimination between the self and the not self, they become violent and angry and criticize. Вот эти злобные люди, это не те иные люди, которые потеряли рассудок, то есть они не различают между духом и материей. If someone sees, oh, here is some unequal treatment. Если кто-то видит что-то невыгодное или несправедливые какие-то условия, then a person can become angry and violent. Try to stop the so-called injustice of the world. То есть когда мы сталкиваемся с видимыми несправедливостями этого мира, человек некоторым хочется вмешаться, они испытывают, как они называют, праведный гнев и хотят вот сами решить эту ситуацию во благо их понимания справедливости. Человек начинает делить всех на хороших, плохих. Вот это мои друзья, это мои враги. But the Supreme Lord is not like that. Но Господь себя так не ведет. He does not have worldly enemies and friends. У него нет мирских друзей или врагов. Everything that he does is for the benefit of others. Все, что он делает на благо других. When he accepts the praise of his devotee, it's to benefit the devotee. When he kills a demon, it's to benefit the demon. He only gives benefit to everyone.
Когда он принимает подношение, поклонение от своего преданного, это он делает ради того, чтобы дать благо своему преданному. Когда он уничтожает демона, он делает это на благо этого демона. Even when he kills a demon, he never considers himself as being killing anyone, because a person only thinks that they're being killed because they identify with the body. Soul cannot be killed. То есть он даже не чувствует себя, что он убивает кого-то, когда он уничтожает демонов, потому что вот это понимание убивания или смерти, когда мы отождествляем себя с плотью, потому что душа не чувствует душу, душу убить-то невозможно. So, Narad Muni said to Yudhishthira Maharaj, Yatha vairanu bandena marchasthanma yatham yat natata bhakti yogi naiti me nishchitamati. A person cannot achieve such intense absorption in the Supreme Lord through practicing bhakti as he can through enmity. That Narada, is my opinion. Narada стал отвечать Юдиштиру Махараджу, говорит, я считаю, что практика бхакти не приносит такого авеша погруженности в мысли о Господе, как приносит враждебность. So then, Юдиштир Махараджу сказал, что? То есть ты говоришь, что лучше ненавидеть Кришну тогда? Narad Muni said, no, no, no. Narada сказал, не так, понял. Because to hate God is unnatural. Он сказал, ненавидеть Бога — это неестественное состояние ненависти к Богу. Because whatever we have, everything is coming from God. Потому что обычно даже глупец как-то понимает, что все от Бога идет. Все, что у нас есть, это все от Бога. If a person sees a deadly snake, then they'll take a stick. То есть если мы видим опасную какую-то кобру, которая там кидается на нас, то легко схватиться за палку. They have natural enmity. Отбиться, потому что это естественное чувство обороны, и вот это враг наш. If a tiger will come, then you get a gun. Если тигр бросится, там уже лучше пистолет, а не палку. It's natural. Это естественно тоже чувство, надо защититься от этого. But if a bumblebee will come, no one will get a gun. Если шмель будет к вам подлетать, it's not natural. Револьвер там не вытащит отстреливаться от шмеля, потому что это неестественно. This bumblebee is not going to kill you. Потому что ну шмель себе летит спокойно, никакой угрозы нам не представляет. So in the same way, it's not natural to have enmity towards God. Поэтому ненависть к Богу сама по себе неестественна. So because it's not natural, you cannot be absorbed. А все, что неестественно, в это очень трудно по-настоящему погрузиться, вжиться. Just like Vena, King Vena, he was not absorbed in enmity. He was just casually criticizing God. Вена, он же не был погружен настолько в эту ненависть. Просто вот так нравилось ругаться всеми, что-то поносить, богохульничать. He told the Brahmas, why are you doing yagyas for this Vishnu? You cannot see him. I am here directly in front of your eyes. Worship me. То есть такой был полудурок, он говорит брахманам, что вы этому Вишну яги проводите? Вы не видите его никогда. Вот я перед вами сижу. Ну лучше бы мне яги уже провели. And Vena went to hell. Ну и Вена, дело закончилось адом для него. But Shishupal was a vish. Absorbed. А вот Шишупал, он вжился в эту ненависть. Он просто жил этой ненавистью к Кришне. Why? Горел ей. Because he knew from his birth that Krishna would kill him. Потому что с детства он знал, что Кришна убьет его. He was born with four arms. То Шишупал, когда он родился, он младенец родился с четырьмя руками. And the sages announced, oh, whoever will touch this baby and two of his arms disappear, that person will kill him. И мудрецы предрекли, что та личность, которая коснется ребенка, и в тот момент его две руки исчезнут, останется лишь две, вот этот человек станет причиной его смерти. So, oh, since he was a little baby, then Krishna came to see him, and touching him, two arms disappeared. So from his very infancy, he knew, oh, Krishna will kill me. And his whole life he was thinking, Krishna's gone. И когда приходили все гости вот этого повидать младенца, Кришна пришел, взял его на ручки в маленького Шишупала, и у него эти две руки исчезли. И поэтому он знал с самого детства, что Кришна — это его лютый враг, это вот причина его будущей смерти, он просто ненавидел его. When he was walking, when he was eating, when he was resting all the time, Krishna. То есть он жил этой ненавистью, он спал и думал о Кришне, там ел, гулял, все это было зациклено на Кришне. So he had a natural hostility to him. То есть у него была такая настоящая хроническая враждебность, so, всепоглощающая. In whatever you are absorbed, you become
like that. Но что, то, о чем вы думаете, вы становитесь подобным этому, то вы притягиваете, то есть трансформация. That's why today we want to be absorbed in Prahlad Maharaj. Поэтому сегодня мы хотим погрузиться в мысли о Прахлад Махарадже. Otherwise, if you only absorb in Lord Nisimhadev, then you make it Sarupya Mukti, and then you have a Swarup with the lions. Слишком будете медитировать. Слишком будете медитировать на Нарсимхадева, получите, может, Сарупья Мукти и станете подобными ему, с такой львиной головой. Вы именно точно хотите такую Сварупу иметь навсегда? So, Krishnam Smaram Janam Chasya. Krishna should be remembered, but along with the devotee, with the emphasis on the devotee. Кришну следует памятовать всегда в сопровождении определенного преданного сварупу, подобной которому вы хотите обрести. So Narad Muni said, Kisha Pesha Skitaru Dhaku Diyam Tamano Svaram Samrambabhaya Yogina Vidhate Tat Sarupatam. Just like there is one small worm called Telkata, and it lives in a hole in the stone. And when a bringi, when a wasp comes and traps it, tries to eat it, he cannot get in. And the little worm is just seeing this big wasp, and all he can hear, and he becomes completely absorbed, and he transforms, and he himself comes out of the hole in the form of the bringi. И Нарада рассказал историю про вот маленького червячка, телькату, который прячется где-то в щели и камне, и оса начинает осаждать вот эту щель, нападать на него, и он в страхе просто смотрит, как завороженный на эту осу, и со временем он сам преображается, он настолько сфокусирован на этой осе, что он сам преображается и вылетает уже как маленькая оса оттуда. So this is the method of Рагануга Бхакти. То есть это метод Рагануга Бхакти. Krishnam Smaram Janam Chasya. Remember Krishna with an associate. If you're absorbed in that associate, then your chitta will transform and Seva Sadaka Rupena Siddha Rupena Chatrahi. A very beautiful Siddha Rup will appear. То есть медитируйте на Кришну именно в сопровождении определенного спутника. You realize your spiritual family. Вот чему служению вы хотите, ну, подобать в своем будущем служении, чему настроению, чьей сварупе. И со временем вот эта медитация приведет к тому, что вы осознаете свою духовную форму. So Narad Muni said, Kama Dvesha Payatsneha Ita Bhakteshre Mana Avishya Tadagam Hitva Bhavo Tadgatim Gataha. That many persons became perfect in the past. И Нарада сказал, что многие достигли совершенства в прошлом. The gopis became perfect kamat by amorous love for Krishna. Гопи достигли совершенства благодаря их влюбленности в Кришну. Шишупал двеш by hostility. Шишупал из-за благодаря враждебности. Камса Махарадж was liberated by bhai, by fear. Камса получил освобождение благодаря своему страху. The Vrishni dynasty by affection. Династия Вришни благодаря их любви. Yatha Bhakteshare Mana, and also Narada said, myself, I became absorbed by following Bhakti Yoga. Narada сказал, а я получил авеш благодаря Бхакти Йоге. So авеш. Погруженность. We have to try to enter into авеш and remain absorbed, and bhav will come. Sadhana vinivesha bhav. Bhav arises from the absorption in one's sadhana. То есть вот этот авеш необходим, чувство погруженности, нужно научиться погрузиться и оставаться в этом погруженном состоянии, и это приведет нас к уровню бхавы постепенно. So, now, what is the important teaching here? Какой тут главный урок? Narad Muni said, I think that by enmity you can be more absorbed in Krishna than by following bhakti. Here it means by following Vaidhi bhakti. Когда Нарада ответил Юдхиштхиру, что я считаю, что враждебность дает больше авеш, чем бхакти, он имел в виду Vaidhi bhakti. By Vaidhi bhakti you can get a certain degree of absorption, but not so much as being absorbed in hatred. But here, it's not recommending hatred, it's what is being recommended here is a sambandha, a special sambandha, relationship with Krishna. Hatred is only one of them. А погруженность, которую предоставляет вот практика Вайди Бхакти, нас это слабая, авеш слабый получится.
и что альтернатива, которую предлагает Нарада, не на самом деле враждебность или страх, а сам банду, чувство отношений каких-то личных. So dvesh and bhai, fear and enmity have been rejected because the you can get liberation. Понятно, что. But you cannot get the seva, eternal service. And experience the madhurya, the sweetness of Krishna. So they are rejected. Враждебность и страх не подходят, то есть они отметаются сразу, потому что они приведут вот эти интенсивные чувства к освобождению, но не предоставят возможности севы, служения, осознания сладости Кришны. So dasya, sakya, vatsali and madhurya, these four types of relationships have been accepted. То есть принимается следующее отношение: дасья, то есть настроение слуги, настроение родителя, друга или возлюбленного. So the essence of this instruction is the superiority of bhav marg. That means practicing bhakti in a particular bhav, in a particular mood. То есть сам урок вот этого диалога, вот этого обсуждения, это превосходство рагануга бхакти над вайди бхакти. Yes, that is superior to vaidhi bhakti. Another thing is this. Narad Muni explained to Yudhisthira Maharaj that actually the Shishupal was Shishupal and Dantarbhaka were Jai and Vijay previously. И затем Нарада рассказал Юдхиштхиру, что Шишупал и Дантарбхака прежде были привратниками на Вайкунхе, Джаем и Виджаем. Yudhisthira Maharaj said, how can the associates of Vaikuntha fall to this world, it's impossible. Yudhishthira Maharaj сказал, как спутники Господа с Вайкунхи могли пасть в материальный мир, это невозможно. Deyendriyasu hinanam Vaikuntha puravasinam. The residents of Vaikuntha, they have no material body, senses or prana. So how can they become involved in the material world? It's impossible. Он сказал, это же невозможно. У жителей Вайкунхи нет ни тела, ни эмоций материальных, ни праны, ни ума. Как они могли упасть в материальный мир? So then Narad Muni said, I will explain how it happened. Нарада сказал, я объясню, как это произошло. Эйкада брамана путра вишнулокьям ядриччая. One day, some brahmanas, that means the four kumaras, brahmana putra, the sons of Lord Brahma, the four kumaras, they were wandering throughout the universe. And yadrichaya, by chance, they came to Vaikuntha Lok. Narada стал рассказывать, однажды сыновья Брахмы, четверо кумаров, они случайно так, они странствовали из Ядричая, случайно как бы оказались у ворот Вайкунтхи. Now one may say, how is it possible for them, wandering here and there, to come to Vishnu Lok? Кто-то может сказать, ну как это случайно так забрести на Вишну Локу? So Shukadeva Goswami said, Yadrichaya. Поэтому Шукадева Госвами использует словосочетание Ядричая. What does Yadrichaya mean? Что значит Ядричая? Yes. Yadrichaya kena api parva swatantra bhakta kripa jat sangena mangaludayena. Yadrichaya means the auspiciousness that comes in your life arising from the mercy of the association of supremely independent pure Vaishnava. То есть, когда вы слышите эти слова Ядричая, сразу слышите следующее, это благодать, которая возникает в вашей жизни благодаря появлению в ней чистого Вайшнава, который проявляется в ней по своей независимой сладкой воле. So the four kumaras, they're wandering here and Ядричая, they arrive at Vishnu Lok. И вот так четверо кумаров путешествовали и Ядричая. It was their good fortune arising from the mercy of their Guru Dev, Lord Brahma. То есть это была их благая удача, которая возникла благодаря милости их Guru Deva, Господа Брахмы. Because Brahmaji is our Brahma is a Shuddha Vaishnav, pure Vaishnava. Что наш Брахма, он стал Варша, Галвами Варшаны. Radharani is the playing place. То есть площадка игр Радхарани.
And so he was not satisfied that his disciples and his sons were Brahmupasakas, absorbed in Brahman. То есть его огорчало, что его сыновья, его выпистанные ученики, они какие-то там гьяни, бхакты, что это его... So he prayed for them, and so by his mercy they arrived there. То есть он замолвил слово за них Господу, молился усердно, и по его сладкой воле, то есть они оказались у ворот Вайкунтхи. So there are seven gates to Vaikuntha. They passed through 1, 2, 3, 4, 5, 6. When they got to the seventh gate, then Jayan Vijay saw, because they're in the forms, though they're older than Brahma's other sons like Marichi, they're in the form of small naked boys. And Jayan Vijay saw, they're not following the dress code of Vaikuntha, and stop them. No, you cannot come in. На Вайкунху, чтобы попасть на Вайкунху, надо пройти 7 ворот. И вот они прошли все 6, дошли до 7, и там стояли привратники Джая Виджая, они увидели этих многих малышей, хотя они очень взрослые, они старенькие, но вид у них маленьких детей, и они ходят полностью ноги. И Джая Виджая возмутили, что это нарушение кода, там дресс-кода Вайкунхи, так сюда нельзя заходить. So the four Kumaras, they became angry. А четверо кумаров разгневались на такое. They said, you fools, you have pakshapat dosh. Они сказали, дураки вы. You have partiality. Why are you partial to someone who is dressed and against someone who has no clothes? Они возмутились, что это за дуальность? So you have pakshapat dosh. Это дуальность, пакшапат дош у вас, недостаток, вы пристрастны. Ну какая разница, почему вы по-разному относитесь к тем, кто одет, и к тем, кто не одет? So the person who has pakshapat dosh is not fit to reside in Vaikuntha, the spiritual world. А с такими недостатками вообще недостойны того, чтобы жить в духовном мире на Вайкунхе. Because the shelter of the Lord's lotus feet is free from rajas and tamas, so you're not fit to be here. You should fall down to the material world, where there is lust, anger and greed. These three things, you will have three lives there. И вам, вы недостойны того, чтобы жить тут у лотосных стоп Господа. Тут нет места ни раджасу, ни тамасу. Вообще тут нет материальных гун. А вы с пристрастием относитесь, вы в дуальности. Отправляетесь на землю, где там царит вожделение, жадность и гнев. И там вам придется воплощаться в течение трех жизней. And as Jayan Vijay were falling, then they said, but you can come back after three births. И Джай Виджай полетели на землю, и вслед догонку ему кумары сказали, да вы можете вернуться после трех рождений обратно на Вайкунху. So first they became Hiranyaksha and Hiranyakashipu, and then they became Ravan and Kumbhakarna, and then Shishupala and Dantavakra. То есть вначале они стали Джай Виджай, они тогда воплотились на земле, как Hiranyakashipu и Hiranyaksha, потом Раван и Кумбхакарна, и потом уже Шишупал и Дантаватра. Это было последним, третьим воплощением во время Лил Кришны. So, why is it that they were not liberated when Lord Nrisimhadev killed him? Почему они не получили, не вернулись сразу на Вайкунху после того, как Варахадев убил Хираньякшу, а Нрисимхадев убил Хираньякашипу? Because they didn't have Авейш. Потому что у них Авейша не было. Then why did Shishupal have Авейш? Откуда у Шишупала был Авейш? Because Krishna is so beautiful. Что Кришна настолько красив. That he can, once the Shishupal had been freed from his sins by the touch of the chakra. То есть когда чакра вот эта срезала голову Шишупала и избавила его от всех грехов в этот момент, then his soul became so attracted to Krishna. То душа почувствовала сильное влечение тогда к Кришне. So that they are not liberated from by Lord Nrisimhadev, or not liberated by being killed by Lord Ram, but liberated by being killed by Krishna, is the glorification of Krishna's Param Sondarya, supreme beauty, attractiveness. That's why his name is Krishna. Факт, что Джай Виджай не освободились после того, как Хираньякашипу был убит Господом Нарсимха, и Господь Рама убил Равану Кумбхакарну, но они все равно оставались воплощение. Это подчеркивает тут Парама Сондарию Кришну, его чрезвычайную красоту, его магнетизм, вот эту силу притяжения, его харизму, поэтому его и зовут Кришна. So, then Yudhishthir Maharaj said to Narad Muni. И Юдиштира сказал Нараде Муни. Why did Hiranyakashipu attack his
beautiful young son Prahlad. Почему Хиранья-Кашипу постоянно докучал своему сладкому сыну Прохладу? Why did he hate him so much? Почему он с такой ненавистью относился к своему ребенку? And how did Prahlad Maharaj become so absorbed in the Supreme Lord? И как Прохладу Махараджу удалось погрузиться настолько в медитацию на Господа? So then, Narad Muni, Shukadeva Goswami is explaining how Narad Muni was telling the story of Prahlada and Hiranyakashipu. Shukadeva Goswami стал пересказывать историю того, как Нарада поведал эту историю о Прохладе. When Lord Varahadev killed Hiranyaksha. После того, как Варахадев убил Хираньякшу, брата Хираньякашипу. Then his brother became furious. То Хиранья-Кашипу вообще озверел от гнева. And he told his associates. Расцвирепел, он сказал своим союзникам. I will kill Vishnu. Я убью этого Вишну. I will offer his blood. I'll make an offering of his blood to please my brother Hiranyaksha. Я сделаю за усопшего брата подношение в виде крови. Кровь этого Вишну пролью за своего брата. Vishnu is supposed to be impartial, but he's become partial now and he's gone against us. And took the side of the devatas. Смотрите, как этот Вишну себя ведет. Он должен беспристрастным быть, а он сейчас явно против нас пошел, стал на сторону наших врагов девот. Vishnu takes all the offerings of the brahmanas, so you should go down to earth and destroy all the ceremonies of the brahmanas. Он питается всеми этими подношениями яги брахманов, поэтому отправляйтесь на землю сейчас и не давайте брахманам проводить никаких яги, там никаких ритуалов, чтобы никаких подношений этому Вишну не доставалось. Kill the brahmanas, kill the cows, cut down the trees. Вообще уничтожайте там все, изведите этих брахманов, убейте коров, срубите все деревья. And they set off to make chaos. И вот эти ребята Хиранья-Кашипу отправились на землю вот это устроить тут террор. So then Hiranyakashipu he went to the funeral ceremony of his brother. И дав такие наставления, приказы, сам Хиранья-Кашипу пошел на похороны брата. And after the funeral ceremony, then Hiranyaksha's wife, her name was Rushabanu. И после похорон Rushabanu, вдова этого Хираньякши. And the mother of Hiranyaksha, Diti, and all the family members there were crying. И мама Хиранякши Диди, все женщины рыдали, все родственники там рыдали, оплакивая Хиранякшу. Hiranyakashipu came there. He said, "Don't lament." Хиранья-Кашипу выступил с речью перед родственниками и сказал: "Не переживайте, не скорбите." Because to die in battle is great for a hero. This is better than dying, being old in bed, suffering in bed. Смерть. This is a glorious death. В битве это достойная смерть для воина, лучше, чем в старческом возрасте там умирать в кроватке своей. Just like if there's a well. And the people are coming to the well, and they draw water, they talk to each other, and then they go away one by one. So family is like this. Ну поймите, семья не что иное, как колодец. Вот у колодца останавливаются люди, понапиться оттуда воды, они поговорят, пообщаются, потом расходятся в разные стороны. Some souls, they just come together, they meet each other, they talk a little bit, then one of them leaves, and the other. Что такое семья? Ну это скопление, несколько душ, они пришли, оказались в одном месте, в одно время, там пообщались, а потом пошли в разные стороны. But the atma, the soul is eternal. Поймите, что душа это вечная. So then he said, let me give you an example to, so you can understand. Сейчас я вам расскажу историю. Once there was a king named Suyagya, the king of the province of Ushinara. Однажды в одной провинции Ушинара правил царь Суягья. And he was killed in a battle by his enemies, and then his body was brought back to his palace. Доблестно погиб в одной битве, и его армии пришвырнулись во дворец с его телом. And all of his wives, they were crying. Все жены его обдавевшие рыдали, оплакивая царя. О, king, о, hero! О, герой наш царь! How can we exist without you? Как же мы жить без тебя-то будем? Please give us the order and we'll follow you wherever you have gone. Скажи нам, что нам делать, куда they нам... ready to give up their own lives. Куда нам пойти вслед за тобой, повели нам, и мы присоединимся к тебе. And his wives, they were holding his body.
And the sun was setting, and the priests could not come and manage the cremation ceremony or anything because they would not let go of his body. Настолько было неутешимо горе этих обдавевших цариц, они просто столпились вокруг трупа царя, и уже солнце садилось, а жрецам надо было успеть провести кремацию до захода солнца, они не подпускали никого к телу мужа. So, in this world, when you get a body, this is called a boga yoni. В этом мире, когда мы получаем плоть, это называется бога йони. Except for the human body. Все тела называются бога йони, кроме That человеческого. That is бога йони and карма йони also. То есть потому что человеческое тело не только бога йони, оно еще карма йони. Other bodies, the бога йони, those births are taken to experience happiness and distress coming from your karma. Все виды тел, существующих форм жизни, это бога йони, они просто предназначены для того, чтобы душа испытывала радость и печали. But the human form of life is бога йони and карма йоги. That means you taste fruit of your action, but you also make new karmas. То есть там это более пассивное существование во всех формах жизни, кроме человеческого, потому что мы еще карма йони, то есть мы зарабатываем еще будущие реакции кармические, то есть мы создаем свое будущее, so участвуем в нем. In a karma yoni, let's say a soul is in the body of a horse, and the horse dies, then the horse will immediately become a cow. То есть если лошадь умерла, то душа из тела лошади тут же перевоплощается в тело коровы. But a human being, when they die, then there has to be some, if you have a karma yoni, there has to be some rituals. Those are the karma kanda rituals. Но если в человеческом теле, то Shraddha ceremony. Тело наше уже руководимо всякими ритуалами карма канды. То есть должны быть какие-то определенные ритуалы. Если человек умирает, там идет кремация, идет особенные ритуалы. Because there are three bodies. First, this body that you have, you give that up. Then you have to have what is called the atibahik deha, the body by which you are transported to heaven or to hell. And then when that is over, then again, you get a body in the gross world. То есть там есть поэтапное оставление тела. Вначале вот эта грубая плоть покидается, но потом нужна форма, в которой можно перенестись или вверх, то есть в рай, или в ад. А потом это оставляется, а потом уже идет перевоплощение опять в материальном мире. So in all civilizations, in all religions, when someone dies, there is a ceremony afterwards. То есть во всех религиях. To enable that soul to get the ativahik deha. То есть во всех религиях, традициях наблюдается присутствие особенных ритуалов, которые помогают вот этой душе, тусовшему переместиться, ну попасть желательно в рай. Никто не старается туда, в другое место, но чтобы создать условия, чтобы душа могла возвыситься. Это so, очень важно для всех людей. The wives of the king, they were not letting any ceremony take place. А жены вот тормозили все эти ритуалы, не давали провести церемонию. And so Yamaraj himself took the form of a little boy, and he came there. И тогда бог смерти Ямарадж сам решил вмешаться, он принял облик мальчика и оказался там в толпе скорбевших. So some people say that among those queens, some of them were actually devotees. И вот есть такая трактовка этой истории о том, что среди этих цариц некоторые были преданными. And this is why Yamaraj himself had to come. И поэтому вот Ямарадж сам лично решил явиться туда. Because the Yamadutas, his messengers could not come because last time the Yamadutas, they had a bad experience. То есть Ямадуты уже страшились туда идти. With a person who was not even a devotee, only he chanted the name. He was chanting the name Namabhas. Наученные горьким опытом с этим Аджамилом, в аду ты уже не решались идти туда, где там как-то фигурирует преданный Господа. Тот, если тот, кто Намабас произнес, уже не годился им в клиенты, то тут они не решались вмешиваться сюда. So Yamaraj himself had to go. Уже решили, что сам Ямарадж пойдет. And also he took the form of a small boy. Because if philosophy is spoken from the lips of a very young person, then it's very astonishing to everyone. И он решил осознанно принял облик ребенка, потому что устами младенца говорит истина, что это так ошеломляет всех, если ребенок вдруг скажет что-то какое-то такие возвышенные умные мысли, все послушают и удивятся. There were crowds of people there. Там были огромные толпы людей, все плакали. And this little boy came and he was laughing. И маленький мальчик вошел в толпу и засмеялся. He said, "Чш-чш,
Everyone is crying. Стоп, стали шикать, ты прекрати, что ты смеешься, это неуместно, все плачут. The little boy said, oh, I am very fortunate. Мальчик громко сказал, как мне повезло. I was abandoned in the forest by my mother and father. Я осиротел, меня бросили в лесу родители, мама и папа. As a baby. Когда я был маленьким еще. But I was not eaten by any wolves. Но меня волки не съели. So, I have practical experience in my life. I never worry about anything. Поэтому у меня большой опыт выживания. Я вообще ни о чем в жизни не печалюсь. That person who protected me in the womb and protected me in the forest will protect me now. Поэтому я знаю, что я защищен всегда. Тот, кто уберег меня в лоне мамы, кто уберег меня от волков в лесу, он и дальше будет меня защищать. Those women who are crying, they said, oh. Вдовы рыдающие. Mm-hmm. Сказали, that Lord who protected you in the womb, why didn't He protect our husband? Да, вот хорошо, что тебя защитил этот Господь в лоне. Почему он нашего мужа не уберег на поле битвы? The boy said, the Lord acts by His own will. Ну, у Господа есть своя сладкая воля. No one can control what is going on in this world. Никто не решает, как все происходит в этом мире, кроме него. He is completely independent. Он полностью независим в своих решениях. And everything that happens is only his play. Но все, что происходит, все равно это лишь его игра. Sometimes a person they drop their wallet full of money on the in the middle of the crowded street. Иногда может случиться, что человек обронит кошелек, туго набитый деньгами, там в каком-то людном месте на улице. And no one finds it. No one takes it. И никто не подберет. Later he comes back and it's still there. И ему повезет так, что он прибежит туда и найдет снова опять на земле, на тротуаре свой кошелек, там где оставил. Another person. He hides his money in his house and someone breaks in and takes it. А другой тщательно спрячет денежки где-то там дома, там в сейфе или под матрасом, а кто-то пролезет вора в его дом, и все найдут и украдут, что он там прятал старательно. One person lives in the forest with no shelter, just sleeping under the trees. Кто-то без крова живет где-то в лесу под деревом. And another person has a very secure house. But inside his house he dies. А у кого-то там навороченный особняк, там security камеры и стража, а он внутри своего дома умирает там. So, вроде под присмотром и под защитой. The boy said, all living beings are born and die according to their own karma. Мальчик сказал, все мы люди рождаемся и умираем в соответствии со своей кармой. The reactions of their own activities. It is not the default of God. Некого винить, особенно Бога в этом не стоит винить, потому что все рождаются и умирают в соответствии со своей индивидуальной кармой. They were still crying, but our husband is gone. Но женщины продолжали рыдать, но мужа-то нет уже больше у нас. The boy said, he came through the crowd, he looked, he said, no, he's right here. Мальчик пробрался сквозь толпу, сказал, как нет, вон же он лежит. They said, no, this is not him. Да это не он. He's the soul. Он душа. Then the boy said, have you seen the soul? Мальчик сказал, вы душу видели? What size is it? What color is it? What shape is it? Какого размера, цвета она и формы? They said, no, we have never seen the soul. Да нет, не видели мы никогда его душу. So then the boy said, every day millions of souls are dying. Мальчик сказал, что каждый день миллионы душ покидают тела, умирают все. And you have also never seen them. И вы их тоже никогда не видели. But you don't cry. So why are you crying for this one? This one you also never saw. Но тех, so why are you crying? Тех вы не оплакиваете, а почему вы эту душу оплакиваете? Вы и вот ее тоже никогда не видели. В чем особенность этой души для вас? Uh-huh. The boy said, oh, once there was a hunter. Мальчик сказал, однажды охотник пошел в лес. And he caught one female bird, pigeon. И поймал голубя, голубиху. And then the husband pigeon came there and saw his wife pigeon trapped in the net of the hunter. Поймал голубку в сети, в селке. И тут прилетел голубь муж и увидел, что жена уже бьется в селках, застряла там. And he was looking at her crying. Муж расплакался, стал смотреть на свою возлюбленную, рыдать там у сетки. Now who will feed our children?
Кто деток кормить будет? How will I live without you? Жить без тебя не могу. And while he was crying, then the hunter shot him. А пока он так страдал рядом с этой головкой своей, охотник выстрелил в него стрелой. And then he took them both home. Взял. Put them in a pot and... Обои домой, там bon appetit. Борщ сварил себе и все, и съел обои. He said, so in the same way, you are lamenting. He has gone and you are lamenting, but you are forgetting. Just like that male bird was lamenting, but he forgot the hunter will kill him also. So you are lamenting, but you don't remember that you will also have to die. И мальчик сказал этим вдовам, вот вы сейчас сокрушаетесь по мужу, как этот голубь по своей голубке, но забываете о том, что смерть недалеко и от вас. So the boy said to him, the boy said to them, мальчик всем сказал, listen, if we all cry together, very loudly, maybe he'll come back. Давайте все громко-громко плакать будем, может он услышит нас и вернется обратно. They said, no, it doesn't matter how much we cry, he'll never come back. Жены сказали, да не важно, как громко мы будем плакать, он уже не вернется. Then the boy said, then why are you crying? Мальчик сказал, что же вы плачете тогда? So in this way, Hiranyakashipu was giving instructions to the wives of Hiranyaksha. И вот этими умными, мудрыми наставлениями Hiranyakashipu утешал вдов своего брата Hiranyaksha и маму свою. And hearing all these things, then they became sober. И женщины, выслушав эти наставления, эту историю про Ямараджа, они действительно взяли себя в руки и протрезвели. And Rusha Banu began to meditate on what is the truth of life. И Руша Бана для себя, вот выслушав это, она стала уже медитировать. А что, в чем вообще смысл жизни? Какова высшая цель жизни? So after Hiranyakashipu had pacified the family members. Всех успокоил Hiranyakashipu родственников. Then he decided, now I'll do austerities and take revenge. И сам подумал, так, сейчас буду совершать аскезы, потом я отомщу ему. So all this knowledge, what was the use of it? То есть все вот эти наставления, красивые слова, которые он рассказал родственникам, в чем был смысл? First of all, this is gyan, but shushka gyan, dry knowledge. То есть вот это пример shushka gyana, такой сухой логики, сухих знаний. All the distinction between atma and anatma. What is the self and what is not the self? Просто размышление о том, что такое дух, что такое материя, разница духа и материи. There was no positive knowledge. What is the self? Jivera Swarupoi Krishna, Nitya Das, the eternal servant of Krishna. Это очень простое, банальное понимание было духа материи. Никаких дополнительных вопросов не было задано о том, кто такая душа и каково ее предназначение, каковы отношения с Богом. He is such a hypocrite because if he is saying everything is going on by karma. And we are not the body, then why is he angry and why does he want to take revenge? И как он хорошо вот эту Ути драму устроил, то есть лицемерно он всех успокаивает, такие хорошие истории, там доводы, лекцию такую протолкнул, а сам он прямо горит от гнева, думает, сейчас я буду мстить, но вначале надо запас аскез себе сделать. То есть это вот это его природа, Ути, вот эти самскары нехорошие у него. Hiranyakashipu went to the valley of the Mandara mountain and he stood on the tips of his toes with his arms in the air. И он отправился туда, в долину горы Мандары, и там встал на цыпочки, прямо вытянув руки высоко, небесам подняв. Yes, it's very difficult. Трудно так стоять. Mukunda, stand on the tips of your toes. Становись на цыпочки, Mukunda. So he, yes, in this position. Вот в таком положении. For 100 celestial years. 100 райских лет он стоял. Let's see how long he can do it. Сколько ты выдержишь сейчас, Mukunda? So he was there for so long that ants came and they built an ant hill around him. Он так долго там стоял, что муравьи свили свой там этот муравьиный дом. Now in Kali Yuga, the prana is moving in your blood, but in Satya Yuga, prana used to move in the bones. То есть сейчас Кали-Юга прана гуляет по нашей в крови.
циркулирует. А раньше в сати йога она циркулировала по костям прана. The ants, they ate all his flesh, and only a skeleton was there. То есть эти муравьи. And his prana was circulating in his bones. Съели всю кожу, мясо там все они съели, остались только кости, но прана продолжала ходить по костям, поэтому он жил. And his tapasya, austerity was so intense, fire was coming out of the top of his head. You'll see in a bit. Сила аскез была такова, что огонь, пламя вышло у него из головы. And so much fire was coming out of his head. The whole universe was heating up. Столько огня вообще, что вся вселенная стала нагреваться от этого пламени. And the demigods were choking; they could not breathe. А девы стали задыхаться, им уже нечем было дышать, стали покашливать там. So then they went and they prayed to Lord Brahma, please help, please help. Девы побежали срочно за помощью к Господу Брахме. So then Lord Brahma, he flew down to the valley of the Mandara mountain on the back of his swan carrier. Брахма сел на своего лебедя и отправился тут же в эту долину, где совершал аскезы. And then Хиранья-Кашипу. Where is he? Стал разыскивать. The David says, there he is in this anthill. Дед, вон в этом муравейнике он стоит. So then Lord Brahma, he sprinkled water on him. Брахма стал брызгать водой на пожар. And he came out of the anthill, okay. И тот выбрался из этой, из муравейного этого холма. So when his skeleton came out. Но уже скелет выбрался оттуда. And gave pranams to Lord Brahma. Этот скелет поклонился Господу Брахме. Then Lord Brahma touched him, and by the touch of Lord Brahma, he manifested a very beautiful, young, strong, golden body. И Брахма коснулся его, и от прикосновения Брахмы тут же тот его он принял очень красивый юный облик Хиранья-Кашипу. He was crying and he was trembling in ecstasy. И он испытывал такой экстаз, он дрожал, лил слезы от радости. He offered prayers to Lord Brahma. You are the supreme truth. You are the Lord of Sattva, Rajas and Tamas. He glorified Brahma as the Парамтаттва. Проникновенно молился Брахме как самому Парамтаттве. Говорил, то ты повелитель вообще Сатвы, Раджаса и Тамаса, ты верховный Господь. And he prayed to Brahma for benediction. И стал упрашивать его благословение. Please give me the benediction that I cannot be killed by a prani or aprani, a living or dead creature. Дай мне благословение, чтобы меня не мог убить ни живой, ни мертвый, прани или апрани. Not by any human being, animal or demigod created by you. Чтобы ни один человек, животное или дева, сотворенный тобой, не мог убить меня. Give me the benediction I cannot be killed inside or outside of my house. Сделай так, чтобы меня нельзя было убить ни внутри моего дворца, ни снаружи. Not on the land, on the sea or in the air. И не на суше, не в море, не на небесах. Not during the day or the night. И не ночью, и не днем. Or not by any weapon. И никаким оружием. Not in any of the 12 months of the year. И не в один из 12 месяцев года. So he was thinking, he was trying to cover all the bases. То есть он уже перечислил все пунктики, которые он мог там продумать, чтобы обезопаситься, такую страховку полноценную себе у Брамы взять. So then Lord Brahma said, Tathastu. Брахма сказал, Tathastu. And then he flew away on his swan carrier. И улетел обратно на лебеде. Then Hiranyakashipu. Ой, начался праздник у Хиранья-Кашипу. You know, now I am Ajaramar. I am immortal. Все, он подумал, я бессмертный, наконец-то. And he began to terrorize the whole universe. И стал третировать всю вселенную. The teaching here is this. Урок тут следующий. Don't try to. You see, Hiranya-Kashipu wanted to become immortal in this body. Ошибка Хиранья-Кашипу заключалась в том, что он жаждал бессмертия в этой материальной плоти. He wanted to extend his physical life. То есть он хотел продолжить, стать таким долгожителем вечным, продолжить свою юность, силу.
So this is demonic. Это демоническое умонастроение. Now everyone is afraid of death. Сейчас все боятся смерти. They want to live as long as they can by any means. И все готовы на все, чтобы как-то продлить свою жизнь. People are even paying to have their brains frozen. Кто-то там уже. Just in case in the future they discover how to put it in another body. Люди готовы, они уже платят наперед за то, чтобы там их мозги заморозили там где-то в холодильнике на всякий случай, если вдруг ученые там придумают, как потом этот мозг в другое тело подсадить, чтобы они опять жили. So this is all demonic. Вот это демоническое мышление. Don't try to be in the sampradaya of Hiranyakashipu. Extending your life. A wise person will try to see how can I wisely use each second that I have. Don't try to get more seconds. Try to properly use the seconds that you are given. Не примыкайте к сампрадае Хираньякашипу, пытаясь продлить свою жизнь. Разумный человек не пытается придумать, как добавить секунды к жизни, а как со смыслом использовать, задействовать каждую секунду, которая ему положена. Oh, are you using every second in Krishna's service? Вы реально каждую секунду своего дня задействуете в служении Кришне? Then if you get extra seconds, then what will you do with it? Если нет, то зачем вам дополнительные секунды? Вы все равно их попусту будете тратить. But if you use every second in Sri Krishna's service, you will get a siddharup, a spiritual body. Which is immortal, actually. Но если вы по-серьезному будете задействовать те секунды и минуты, которые у вас есть, выделены вам Господом, то вы обретете, осознаете свою сиддхарупу, то есть по факту станете бессмертными. So don't try to extend your life. Try to use every second very wisely, and you naturally attain an eternal spiritual form. Поэтому не тратьте время вот это прибегая к попыткам продлить жизнь или там стать бессмертными. Не бойтесь смерти, просто используйте со смыслом, осознанностью то время, которое у вас имеется. So then Hiranyakashipu, he thought, I am going to take over heaven. Затем Хираньякашипу решил захватить рай, правление раем. So he set out with his associates. Вместе с армией, своими дружками, он отправился захватывать сваргу. Indra was sitting in heaven enjoying. В это время Индра прохлаждался там на своем троне. Musicians were playing music, dancing girls were dancing. He was drinking a cool cup of somaras. То есть хорошая жизнь там была, музыканты играли, танцовщицы плясали перед Индрой, он прохладную сомарасу потягивал там. Then suddenly they heard a conch shell. Hiranyakashipu was blowing his conch shell. Вдруг он услышал такой громкий. That means battle will begin. Громкий гул раковины Хираньякашипу, который огласил, что сейчас начнется битва. The dancing girls immediately ran. Танцовщицы бросились бежать. Кто куда? The musicians they dropped their veenas and their madangas and they ran. Музыканты побросали инструменты и тоже быстренько испарились оттуда из тронной. And Hiranyakashipu came and he took over. И Хираньякашипу с легкостью захватил власть там. The demigods that could not get away, they were all standing in a line to greet him, offer arti to him. Девоты, которые не успели эвакуироваться вовремя, остались там уже выстроились в очередь поприветствовать Хираньякашипу. They were so afraid. Все дрожали от страха перед ним. Hiranyakashipu said to Indra, "Who are you?" Хираньякашипу спросил Индру, "Ты кто?" I said, I am the Devaraj. Заикаясь, Индра сказал, Я Девараж. Devaraj. Devaraj means the king of the devas. То есть царь всех девот. Dev means one who plays and Raj means dust. Dev это тот, кто играет, а Raj это пыль. Hiranyakashipu says, oh, you play in the dust? Ты в песке играешь, сказал Hiranyakashipu. Do you make bricks? Ты что, любишь кирпичи лепить? Are you going to build me a house? Что, дом мне построишь? Huh? Are you a house builder? Может, ты строитель? Индра said no. Индра сказал, нет, не совсем так. Then what do you do? А чем ты тогда занимаешься? He said, I make the rain. Я дождем заведую. Hiranyakashipu said, no. Хиранькашу, нет. Rain comes naturally. Дождь сам идет по себе. What do you do? Ты чем занимаешься, тебя спрашиваю. Indra said, oh, my lord, I do whatever you order me. Господин, вы знаете, я делаю все то, что вы мне приказываете делать, сказал Индра. Hiranyakashipu said, yes, correct answer. Правильный ответ, сказал Хиранькашу.
play that mridanga. Так, а ну сыграй ко мне на мриданге. Then Indra picked up the mridanga. Индра взял в руки мриданга. Who are you? Затем Хираньякашипу обратился к следующему. Ты кто? Said, I am Chandrama. Бог Луны сказал, я Чандрама. What do you do? Ты чем занимаешься? Oh, I spread the rays of the moon. Я озаряю все лунным светом. No, 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 that happens naturally. Да нет, глупости какие-то само по себе происходят. What do you do? Я тебя спрашиваю, что ты делаешь? Indra was poking him with his elbow. Just do it. Индра локтем уже стал пихать Чандраму, говорит, да соглашайся, совсем соглашайся. Поддакивай. My lord, whatever you order, I do that. О, господин, я делаю все то, что вы мне повелите делать. Play cards. Возьми караталы в руки и играй. So then, Hiranyakashipu sat on the throne of heaven. Hiranyakashipu уселся поудобнее на Indra троне. And the devatas were playing the music. Девоты играли. And now he was enjoying. Играли ему там музыку, и Хиранья-Кашипу стало хорошо. And he turned everything upside down. И он стал все менять, все порядки, все уставы. He told the farmers, oh, stop plowing the field. Фермерам он сказал, хватит засеивать поля. Now by my power, even without plowing, the crops will grow from the land. Не надо ничего там пахать, эти поля. Теперь благодаря моей силе и мощи все будет прорастать. Вы будете собирать урожай, выращенный моей мистической силой. He reversed the results of people's activities. Those who worked hard got nothing, and those who did nothing, they got the results. Он стал менять вообще как законы кармы. Те, кто тяжко трудились, перестали что-то получать взамен. А те, кто ничего не делали, лентяи, вдруг разбогатели. He was so powerful, even being drunk, intoxicated, he could control. Даже в пьяном состоянии он все там отслеживал и контролировал. But even though the power that he wanted, all the things in life that he wanted to achieve, he achieved. But he was not satisfied. И вроде бы он уже получил все то, к чему он так стремился, ради чего он совершал все эти безумные аскезы, а умиротворения и радости он никакой не испытывал. Why? Почему? Because a person whose mind and senses are not controlled can never be satisfied. Потому что покой и умиротворение избегает тех, кто не контролирует свой ум и чувства. Only one whose senses and mind is controlled, they are atmaram, self-satisfied. Потому что состояние атмарама, это самодостаточное, самоудовлетворение придет лишь тому, кто покорил, обуздал свои чувства и ум. And only atmaram, a self-satisfied person, can perform uttama bhakti. И лишь только такой атмарам, самодовольствующийся человек, может совершать чистое бхакти. Because if you are serving Krishna, but you are not satisfied, then why are you serving him? Если вы служите Кришне, но сами не удовлетворены, то зачем вы служите ему? You are serving him to get that fulfillment of that thing that you are not feeling satisfied about. Если вы не удовлетворены в своих потребностях, значит вы служите ради чего-то. Outwardly you say no, but inwardly that is why. Вы притворяетесь, значит опять-таки это внутреннее притворство, что вы думаете, может себе говорите, что вы хотите чистого бхакти, но если у вас нет удовлетворения, because значит вы чего-то ищете, именно ради этого вы служите. Because if we are andhya vilasta sunyam gyanakam atinavritam, then automatically one is satisfied. Потому что если мы действительно чистое бхакти, то внутреннее удовлетворение придет автоматически. To have a desire is suffering. То есть присутствие желания, наличие желаний. Ашахи парамам дукам. Это причем. To have a desire is suffering, and to have no desire is happiness. То есть наличие желаний материальных это путь к страданию. То есть отсутствие мирских желаний это истинная свобода и удовлетворение. So when Hiranyakashipu was terrorizing the world. И когда Хираньякашипу так изводил весь мир. All the devotees prayed to Lord Vishnu. Девоты молились Господу Вишну. They didn't see him. Они не видели Господа. But they heard his voice in the sky. Но они услышали Акашвани, небесный голос. And the voice was deep, like the rumbling of clouds. И такой глубокий голос, как раскат грома. And said, now is the time of the unnati of the asuras, the advancement of the asuras. So you cannot do anything. И голос им сказал, сейчас вы ничего не достигнете, сейчас время правления асур, уннати. То есть это пик процветания, сейчас цикл процветания асур.
When it's not your time. Не ваше время сейчас. You cannot be successful. То есть, когда не время, успеха вы не найдете. Если не ваше время не пришло, значит, вот, что бы ни делал, не получается. There are many persons that want to do good in the world, but the wave of the tamas and rajas is so powerful. Сколько людей искренне стремятся что-то хорошее сделать в мире, что-то внедрить, осуществить, но волна вот этого тамаса, раджаса настолько тяжелая, цунами прямо, что не получается ничего. Because it is the time of the unnati of the asur. Противовес очень тяжелый, потому что это время правления асур. But that voice said, but when Hiranyakashipu tries to harm my devotee Prahlad, then I will destroy him. Despite the benedictions he has. Но голос завершения сказал, но когда он посмеет уже атаковать моего преданного любимого Прахлад Махараджа, тогда ему будет конец, невзирая на все его благословения. Я его порву. So then? Он не так сказал, но сказал. So then the devotees would become like homeless refugees. То есть для девы-то наступили тяжелые времена, они стали бездомными, беженцами. Просто как беженцы жили, просто им приходилось вот это притворяться и терпеть вот это тиранство. So, while Hiranyakashipu was doing austerities in the valley of Mandara Mountain, his wife Kayadu was pregnant. Но в то время, когда Хираньякашипу совершал свои аскезы, его супруга Каяда уже была беременна. But she did not give birth until he came. Но она ждала возвращения мужа. Она осознанно не рожала, затягивала роды, чтобы муж был дома. Хираньякашипу, his wife, Хираньякашипу had four very wonderful qualified sons, but the senior most and best amongst them was Prahlad. У Хираньякашипу было четыре хороших сына, ну, четыре замечательных сына, но лучший среди них был Прахлад. What was the character of Prahlad? Каков был Прахлад? We'll explain in the afternoon. Его характер и поведение мы узнаем об этом вечером. Гоу Премананде! And now a little break. Сейчас небольшой перерыв будет. Come back at 4:30. В 16:30 встречаем. Возвращайтесь в алтарную. I remember on Lord Nishinkadev's appearance day, my Gurudev used to have about 12 speakers. Я помню, в празднике явления Нирсимхадева Гурудева было до 12 выступающих. With Katara of the seventh canto going on the whole day. Весь день напролет, с утра до ночи. One speaker after another for the whole day. Один за другим рассказывали выступающие катху из седьмой песни Шримад Бхагаватам безостановочно. So I am not so merciful as. Я не настолько милостив, как мой Гурудев, я не занимаю ваш целый день. So you have a little break. У вас будет маленький перерыв. And devotees prepare also for the drama. Также я знаю, что вечером театр, который должен состояться вовремя, иначе у вас голодающие. Come back and begin the bhajans at 4:30, then I'll quit. Значит, 16:30 встречаемся, сразу в Вандехам, начинаете бхаджаны в храме, поете, потом Гурудев присоединится и по программе. Your stomach may be telling some katha, right? Живот, наверное, тоже ваш будет катху рассказывать скоро уже там. Rumbling and say, oh, I just have a little something. Бурчанием и будет вас убеждать, ну немножко-то можно чего-то там конечного. That is Hiranyakashipu speaking. Но это Хираньякашипу там из живота вашего вещает. Don't follow this voice. Не слушайте этот голос. Try to fully observe this vow. Старайтесь с полной самоотдачей. Ну, это тяжело, но постарайтесь вот до вечера продержаться, до сумерок. And by following this brat under the guidance of Gurudev, by the end of the day, you will have a very good uti. Потому что к вечеру, если вы следуете за Гурудевом, под руководством соблюдете, к вечеру уже ути хорошее заложится там у вас. Sad bhakti vasana, it will change your personality completely. Sad bhakti vasana, то есть вы сможете, у вас есть шанс реально измениться сегодня, трансформироваться. То есть наложить траекторию, сменить направление и выше отправиться в трансцендентную расу. So, Гор Премананде! Арибо!